Окей, попытка номер не знаю какая, вроде как третья попыточка. Сейчас сделаю наименьшую задержку, вот просто реально наименьшую задержку. Вот, стрим, ребят, я уже все настроила. Сейчас самое главное, чтобы этот стрим отображался на моем канале. Ура! Ребят, с третьей попытки, о боже мой, наконец-то. Я уже думала то, что мне надо искать туториалы, что как делать, чтобы вернуть все на места своя. И вот, ребят, все просили, все просили стрим. Ура! Так, Slavic Games, я тут просто красава уже залетела, ребят, всем ку-ку, здорово, ребят. Уже три зрителя, очень классно. Давайте, ребят, добьем до 5 и пойдем сразу же на Кристалликс. Вот, кстати, играть, давайте нажму, я что-то еще не зашла, забыла. Просто запереживала за стрим. Я добавила, что я добавила, ребят, много чего добавила, я... подписок за стрим добавил, число, сколько подпишутся, топ-донатеров, вот этот текст, вот, эту анимку, она меняется, вот, видите, то есть, топ-донатеры, и это уже было, в принципе. Так, еще раз, у меня почему-то только со второго раза заходит, странно, ну ладно. Так, ребят, два зрителя, все просили, но что-то никто не залетает, давайте я тогда, смотрите, под моим прошлым стримом, мне недавно, вот просто пару секунд назад, даже минут, чисто писали мои подписчики, да, вот, в комментах сейчас загрузится, то, что, типа, мы ждем стрим. Так, так, ребят, сейчас копирую этот текст, значит, вот так, копировать. Так, ты уже залетел, давайте мастури скинем это. Фарвейс уже написала, это вообще заимщики, я с ними вообще даже разговаривать не хочу с заимщиками, как-то так. Так, уже три зрителя, ребят, офигенно просто. Так, давайте я тоже лайк поставлю. Сейчас зайду со своего второго аккаунта, чтобы еще поставить лайк, как-то так. Так, Али-Али первый, нет, ты не первый, Slavic Games самый-самый первый. Но вообще считаю себя первой, так что... Все, ребят, вы не успели. Ладно, шутка. Ну все же, Slavic Games, ну, впервые залетел, короче, как-то так. Сейчас, ребята, со второго аккаунта еще зайду. Так, блин, не тупи, пожалуйста. Вот, все, найс. Сейчас, смотрите, ребят, уже 4 зрителя, очень круто. Сейчас будет 5. Потому что если зайду со второго аккаунта... Ребят, проставьте, пожалуйста, все лайки. Так, 3 зрителя, почему вы выливаете? Сейчас, ребят, со второго аккаунта напишу, чтобы считалось за зрителей, чтобы, если что, в топ вылететь, реально вылететь пока что. Здесь я больше всего сейчас хочу в Minecraft поиграть, короче. Как-то так, 4 зрителя, круто. Сейчас, ребят, давайте я что-нибудь напишу с телефона. Вот, со второго аккаунта написала, найс. Теперь перехожу на основу. Есть то, что меня хорошо слышно, сейчас чекнем звук. Вроде как вообще не громко, даже чуть-чуть погромче можно сделать, ну, может, чуть-чуть вот так. Вот так, короче, вставляем. Так, все, ребят, захожу со снова. Сейчас напишу тогда ВК. Так, где мой рейбов? И кидаем сюда ссылочку. Ребят, кого добавить в беседу, то добавляйте меня в ВК, друзья. Вот, смотрите, вот моя ссылка в ВК в описании, короче. Я вас буду добавлять сюда, короче, в беседу. Так, смотрите, Slavic Games, Али-Али, и я со второго аккаунта сидела. И получается, ну, чисто 3 зрителя, ребят. Сейчас я еще понаписала, вроде как, не всем, в ком, да, там же на... ребята, я сюда еще хочу... Я хотела в комментах немного пропиариться. Смотрите, ребят, тогда... давайте, смотрите... Алоха. Ой, ты стрим, ребят, вообще. Так, если что, я сейчас чекаю чат с телефона, так что как-то так... Так, теперь, ребят, копировать, отметить, ой, ответить, да. Кидаем, вот, чисто, ребят, всем кидаем. Особенно ставил лимончику, потому что лимончику, потому что он вообще топ-донатер, типа. Должны присутствовать. Ребят, завтра будет PvP-монтажик, потому что у меня нет идей. Если у вас идеи для видеороликов, то кидайте их, пожалуйста, в чатик. Кому не сложно, вот, чисто, ребят, кому не сложно. Даже хейтеру отправлю, может, зайдет. Может даже
что-нибудь будет смешное с ним. Так, окей, ребят, смотрите, как видите, 80 рублей, и все это закинул, ставил лимончик. Короче, вообще красавчик. Сейчас, короче, буду чекать чат с телефона, простите, что для некоторых я поздно стримлю. Просто исправлял все свои двойки, там, долги, вообще все-все-все исправлял, так не сюда. Among Us. Оба-на, и... Вот такой вот у меня скин. Кстати, скоро вот с этим скином будет аватарка. Да-да, новенькая ава просто. Так, ребят, и я залетела. Ура, я наконец-то не коричневая, а белая. Я еще из-за предателя. Обалденно, ребят, просто лучший день. Сейчас надо создавать вид, типа, мол, все отлично. Синий, здрасте. Так, окей, мы вдвоем сейчас идем, да. И... Так. На. О. Так, быстрый. Как. Во. Почему я в люк не могу прыгнуть? А, вот, все, ребят, наконец-то. Наконец-то. Можно с тобой, конечно, ребят, можно залетать. Буду кидать пати и все остальное. Короче. Угу. А, желтенький-то чё? А он даже не заметил трупачок. Странно, странно. Окей. Если бы у меня сейчас не было перезарядки, можно было бы его грохнуть. Он вообще что-то вообще не вдупляет, то, что здесь трупа, как бы. Окей. Окей, ребят. У нас 4 зрителя, пожалуйста, все плюсаните в чат, кто сидит на стриме. Итак. Окей, что происходит? А, обсуждение, окей, поняла, поняла. Так. Кстати, какая у меня задержка? Вроде как вообще ничего. Так, вот-вот-вот, ребят, вижу плюсики. Огромное спасибо, кто плюсунул. Так, ничего не поняла. Чё? Ага, ребят, сейчас я вылечу. Ребят, вылетаем, камон. Я хочу убить его, я хочу убить его. Я хочу его убить, просто убить. Я думаю, что сегодня тоже не будет стрим, ребят. Просто я немного не успевала, из-за этого я решила хотя бы сделать стрим, потому что как-то так. Но завтра будет уже PvP-монтажик. Кинешь тогда пати? Да-да, ребят, я сейчас кидаю пати вообще всем, потому что меня кикают. Обидно. Окей, ливаем отсюда. Я не знаю, как он меня застукал, хотя там камеры вроде как не было, да? Короче, хз. Так, чекаем, чекаем, вообще прочекиваем нафиг. Потому что я попросил сделать стрим. Меня многие просили, я тебе так скажу. Так что стрим есть стрим. Так, надеюсь... А, это все нормально. Я просто думала, это я уже моя переписка, типа... Я и я... Потому что такая у меня переписка есть, смотрите. Я сама с собой общаюсь, ребят. Поздравьте меня, пожалуйста. Ребят, пишите свои никнеймы, чтоб кидала пати. Странно, что сегодня что-то... Многие, кто меня просил стрим, видео, все остальное, но... Что-то как-то и не залетели. Либо же у кого-то уже ночь. Либо же разряжен телефон, как у Мейта. Короче, как-то так. Обидненько, обидненько. Ребят, пожалуйста, пишите свои никнеймы, чтобы добавлять в пати и кидать, короче. Также, ребят, если вам понравится, давайте будем прикалываться сейчас на стриме, мол, я предатель, хотя я не буду предателем. Можно будет с этого поугарать. Хорошенько даже. Так, там чел или мне... А, нет, показалось. Так, прыжок, веры. Злой смайлик вообще. Ребят, пожалуйста, не молчите, кидайте просто идеи, пишите всякую чепухню, чтобы держать актив в чате, и будет очень круто. Так, давайте, ребят, ехал Лунтик на тележке, всем кидал он в лоб орешки, раз, два, три, четыре, пять, пулемет включил, опять. Будем за белым бегать, короче? Так, окей, беленький, здрасте, здрасте, будем за ним бегать?
Так, окей. Он пока что бегает, он, походу, не знает, чем заниматься. Это вообще, походу, он. Либо же он меня боится. ПИ я это и так знаю, так что нормально, ребят. Короче, я скопирую из этого. Надеюсь, он меня не кокнет. Я вообще знала то, что так выдавать, как бы, точнее, кидать пати, но окей. Ой. Ничего. Все, кино. Так, оба-на. Все, найс. Пригласил Slash Games на тусовку. Так, розовенький, розовенький. Ладно, я туда не пойду, потому что не хочу сдохнуть. Хотя, наверное, сейчас я быстрее сдохну, чем все остальные. Так, Фарбейс, я ща. Круто то, что ты залетел на стрим. Здрасте. Вообще-то, когда выполняешь задание, там не так стоит, но ладно. Не знаю, ребят. Так, розовый зарепортил оранжевого и красного. Так, где в электри? Поэтому, ребят, я в электрике не пошла. Как-то так. Кто, я думаю, белый? Вау! Ребята, я за белым следила, вообще найс. Кстати, голубой же тоже за белым следил. Значит, это... Я не знаю. Ну, мне кажется, тоже белый, потому что он как бы стоял. Так, если нет, то это желтый и коричневый. Ники были прозрачные. И, окей, за желтого проголосуем. Го, потом Vaxium Steve House. Ну, я как-то эту прям мини-игру не прям обожаю. Ну, окей, окей. Так, нас всего два зрителя на стриме. Это Slash Games и я. Фарвей зайдет еще. И кто ливнул? Али-Али ливнул со стрима. Обидно. Обидно, ребят, очень даже. Желтый был предателем. Круто, ребят. Остался, значит, коричневенький. Это кто у нас? Это у нас либо оранжевый, либо коричневый. Я не понимаю. У меня шейдеры, и они могут это не очень хорошо показывать. Как бы, как-то так. Значит, сейчас корича. Ага, сейчас мы не можем это сделать. Походу, ребят, это реально коричневый. А, найс. Круто. Это, походу, был коричневый, а не оранжевый. Круто, ребят, меня зарезали. Будет очень круто, если бы мы играли в Among Us, и если бы вы последили за стримом. Если что, мы смогли бы быстро раскрывать, типа, трупочки. Это был, короче, ребят, все же корич. Да, это коричневый. Найс, спасибо. Так, окей, тогда... Как там Стив? Ла-ла-ла. Вау, было красиво. Зачем ночь-то стоит, а? Так... Не супер-пупер эта игра нравится, вообще не очень-то как-то так. Даже моб вас будет более продетализирован, я вам так скажу, но чисто мое мнение, ребят. Ничего против, короче, не имею. Титан. Так, окей, я тогда приготовилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Как рукой отбиваться, конечно, не очень-то. Еще это свинозомби, капец. На сколько зрителей пиар? Наверное, ребят, на 8 где-то так, потому что я думаю, то, что сильно-то сейчас зрителей не будет, потому что что-то, ну, если бы они были, то они бы сразу залетели. Поэтому хотя бы 6-8 где-то так, ребят. Так, окей, по идее нам сейчас должна, да-да-да, вот эта табличка. Давайте, ребят, железный меч, потому что вот так. Так, можно его прокачать? Тебя можно прокачать? Странно, как-то работает, то не нажимается, то не нажимается. Ой, что я сказал? То не нажимается, то не нажимается. Ну, найс, ребят. Так, волна 2. Чё, пещерные пауки? Боже мой, я арахнофоб, да уйди от меня, ты страшный, как... Фу, фи-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 фи. Бле. Страшные, мерзкие, ужасные вообще. Фу. Ненавижу их. Так, деньги почему-то. Давайте огнеупорность 4. Прокачаем наш меч. Я уже играла на прошлом стриме, так что, ну, надеюсь, это еще хотя бы. Дольше, чем в тот раз. Кстати, очень красиво смотрится, когда падает вот так свет, да? Классно. Чисто мое мнение.
Ой, ой-ой-ой. Что-то я даже просмотрела то, что... То, что уже катка началась. Так, о, книжка, книжка. О, книга регенерации. Круто, 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 ребята. Почему у них алмазка? Как это работает? Так, Мэйт любит Майнкрафт. Алоха, здорово. Я тоже выбрал Титана, красавчик. Так, я так понимаю, это не будет, да, выдаваться или нет? Давайте острота 2, окей, потому что я не знаю. Круто, что, Мэйт, ты заскочил все же на стрим, очень классно. Чисто пассивки. Я, кстати, добавил много-много плюшек, подписок за стрим, топ-донатеры. Но что-то, ребят, за этот стрим, походу, будет маловато актива. О, Мэйт, привет, да-да-да, ребят, кстати, очень круто то, что он залетел. Все-таки, хотя ты вроде как говорил, то, что у тебя телефон как бы разряжен, типа. То, что ты навряд ли сможешь, но ты все же залетел, просто красавчик. Чисто репост. Так, все? А, нет, еще одна чешуйка. Понятно. Если что, я эту книжку сюда положу, чтобы, если что, я буду помирать, чтобы ее все же воспользоваться ей. Так, 5 зрителей, ребят, очень круто. Давайте добьем все же до 8 зрителей. Так, привет, файл Fairways. Файл. Оу, о, так, я не знаю даже. Ну, конечно, огнеупорность 4, смотрите. Так, что я могу? А, на 600 только. Окей. Сейчас, наверное, чисто кольчужечка будет. Богдан, пожалуйста, не мешай. Так, Карпинг, привет, ребят. 5 зрителей, офигенно. Давайте добьем до 8, и я буду разыгрывать модрику, а также пиар. Ну, давайте я модрику разыграю, если 5 зрителей будут держаться хотя бы 10 минут. Файл случайно писал. Окей, понятненько. Не осуждаю. Ой, ё-моё. Да чё вы такие быстрые? Я даже медленнее. Вы о чём? Всё. А, нет, нет, не всё. И последний. На, получай. Всё, нет? Так, как дела, ребят? Всё зашибись. Правда, вначале я испугалась то, что у меня стрим не запустится, но он запустился всё же. Выглядит так, потому что она не зачарована. Хотя здесь нормально показывает, а здесь нет. Окей. Проблемы не мои, хотя, наверное, мои все же. Из-за шейдеров. Ребят, 6 зрителей, офигенно, просто офигенно. Осталось всего 2 зрителя до 8. Будет розыгрыш пиарки и модерки. Офигенно просто, ребят. Обалденно. Странно то, что, ребят, у меня было 111 подписчиков. И чисто за 2 дня отписалось около... Блин, я в математике не шарю, короче... Не меньше 8 подписчиков, но отписалась. Это как-то странно, ребят. Реально странно. Как бы... Такое чувство, что мне кто-то... либо же специально, чтобы... поучаствовать в конкурсе, для начала подписался, типа, чтобы, да, поучаствовать. И потом такой... Ой, точно, я забыла отписаться. Так, ребят, 6 зрителей, офигенно. Мы держимся просто, красавцы. Так, я сейчас хочу чисто алмазочку, ребят. Пусть даже... мне не будет хватать денег вот на вот это вот, на меч, короче, на вот это вот. Так, я не поняла, что, солнце заходит? Нет, с этими шейдерами в ночь, это вообще, это такая фигня, ребят. Типа, слишком темное будет. Они красиво выглядят, но слишком темно. Так, Егоплей, привет, мне кажется, так и есть, да-да, ребят, кстати. Так, уйди, 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 уйди просто. Чего вас так много? Знаете, ребят, когда кому-нибудь в гости приезжаешь, да, примерно такая же фигня. Это что? 5, плюс 5 монет. Окей, берем. Так, Егоплей, здорово. Если тебе не понравился стрим, то хотел зацени мои видосики, потому что, ну, как-то так. 7 зрителей, ребят. Офигенно, давайте добьем до 8. Чуть-чуть осталось до 8. О, один косарик есть. Ну, блин, нажиматься будешь? Нет. Нет. Так, ребят, подписок за стрим пока что все еще 0, зато, ребят, 8 лайков, ребят, но 7 зрителей. Странновато, походу, кто-то зашел и... А, это я, ребят, это я была. Давайте сейчас... Хотя нет, ребят, не хочу из-за второго аккаунта заходить, чтобы сразу же добить до 8. Давайте, ребят, вы сами как-нибудь добьем, да? Так, да почему у вас всего по одному хп? Я арахнофоб. Зачем мне пауки? Уберите их, пожалуйста. Если в игре еще не так сильно боюсь, то в реальности, то это просто жесть. Так, окей, кольчушка. Можно я тебя выкину хотя бы? Ой-ой-ой, это что у нас это? Шипы, шипы, огнеупорность 2. Давайте огнеупорность 2.
типа, это будет лучше, чем вообще ничего. Так, это что у нас? Ставки, это что? Давайте 50 поставим. Я просто не хочу как-то слишком много тратить, вдруг он все же сольется. О нет, опять эти чешуйницы, о нет, боже мой, какие они мерзкие, тоже вообще. Ну хотя они, типа, и одновременно, я не знаю, как это вообще можно сказать про чешуйниц, но они типа и миленькие, и мерзкие. Типа вот так. Ребят, 7 зрителей, всего один зритель осталось. Так, минус 50, ну спасибо. Минус 50, ю-ху! Ты крутой, а вы сделал, спасибо. Конечно, не за что. Так, не будет вот это, типа... А, нет. Оба-на, прокачали меч, острота 5. Найс, ребят, офигенно. Просто офигенно. Просто я не хотела меч, чтобы тебя забанили. Поэтому, типа, надо учиться мне. А то у тебя там уже хейтеры появились, которые хотят тебя лишь бы кинуть страйк на твой канал за то, что ты стыбзил там чью-то аватарку. Так, я хочу запаркурить как-нибудь вот так. Вот так, да. О, круто. Я от мейта. О, круто, ребят. Я так понимаю, ты вообще жесткий, не? Только не в лаву, только не в лаву. Победа! Ура! У него, походу, ребят, это совсем другие типа постоянно. Так. Завтра, наверное, у меня сегодня башка болела, суп в жопу было. Пипец. Жестко. Так, смотрите, ребят, офигенно. Острота чё? 7, короче. Так, Тимур, здорово. Так, ребят, 7 зрителей. Кто ливнул? Кто ливнул? Вроде как не было 8 или не было? Или было? Просто могли бы уже начать как бы пиарку, там, модерку, да, все такое. Так, окей. Огнеупорность давайте, потому что чтоб хотя бы сетка была. Так, уже 8 лайков. Я говорю про 8 зрителей. 8 лайков, ну чисто для меня это сильно не имеет значения, сколько у меня лайков на стриме. Самое главное, чтобы были просмотры. Было 8. О, нет, ребят, чисто начали ливать. Для чего, я не знаю. Если позвать друзей, то зовите, ребят. Вот чисто ради этого можно ливнуть, а так не надо. Так, это нехорошо, ребят. Так, и что это у нас опять? Да, чисто, ребят, сюда звать арахнофобов нельзя. Потому что здесь для них это просто страх, просто ужас. Где, кто еще? О, пригодится, ребят. Тимур, участвую, а то зарежу. Так, кто у нас там... А, они уже там дерутся, да? Я типа пропустил, как всегда. Ну да. Чисто, зачем ты прыгнул? Ладно, окей. О, ребят, чекайте. Это за то, что, наверное, я на него ставки поставила. Круто, круто. Так, прокачка. Шипы 2 можно? Ага, получается нельзя? Да, боже мой, пожалуйста, можно нажать? Почему мне не нажимается? Да ну, ребят, спустя 100 лет нажала. Да почему, Не то чтобы, ребят, я сразу же говорю то, что я сольюсь, но это как-то так кажется, потому что у него, наверное, больше FPS, плюс, не знаю, ребят. Чисто, я так считаю. Ну, хотя, если я буду его тогда убить, то, может быть, и я смогу выиграть, потому что он рукой бьет, а я его мечом. Ура, ребят, это победа? Да, это победа. А, те пауков специально подсовывают. Да, ребят, мне кажется, так же. Потому что, типа, вы что, издеваетесь? Вы реально издеваетесь? Арахнофобов сюда позвайте, чисто все полиняют. Так, я, конечно же, выберу маску. Вы что, ребят? Этот вообще как-то... Ну, как-то не как-то... Ребят, 6 зрителей, кто-то ливнул, и из-за него у нас еще меньше шансов сделать пиарку и модерку. Кстати, мне эта музыка не совсем нравится, так что давайте я хотя бы перемотаю все в обраточку. Я этому пацану, наверное, крутила уже не меньше 20 просмотров за все мои стримы. Причем, если у него монетизация стоит, у него больше 1к, то как минимум, ребят, я ему достаточно там денежек принесла, так что
Пожалуйста, верните за просмотры. Ладно, шутка. Так, да и плюс, ребят, вы можете посмотреть название, если что, перейти. Так, 6 зрителей, ребят. Можете звать друзей. Я сейчас, короче, зайду, знаете что? Зайду со второго аккаунта, чтобы добить 7 зрителей. А специально так сделал, чтобы у вас было еще больше шансов. Сейчас, смотрите, со второго аккаунта напишу. Фу. Вот. Со второго аккаунта написал, чтобы было больше зрителей, короче. Так, плюс 20-ка, там я еще видел, да? Да. Че у вас так много, а? Я... Че у меня не так? Куда его нажимать вообще надо? Вот. Я не понимаю. О, Слава Геймс, смотрите, против Макса. Я не понимаю, куда надо нажать. Так, четвертый человек. Непон. У меня 6 зрителей показывает. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй, ребят, я не убрала эту фигню. Видео. Отбиваюсь, ребят, как могу чисто. Ну хотя у меня не бьют, у меня остается много хп. Вот, все, можно вот так делать. Было 4. Странно, ребят, странновато. Оба-на, так. Как ты мог? Эх ты, Слава Геймс. Ребят, 6 зрителей. По идее, вообще должно быть 7. Я не знаю, почему это так считается. Ну ладно. Какой-то Ютуб, не Ютуб. Так, у меня есть... Давайте я выберу... Шипы, потому что шипы лучше, чем огнеупорность, чисто мое мнение. Так, качество у меня офигенное. Звук у меня нормальный, музыка нормальная, оформление для стрима нормально. Почему у меня зрители не заходят новые? Ну, типа, заходят, но нет. Я сгаю. Не совсем поняла. Так, мейт пишет, хах, знаю. А, я знаю, понятно. Так, зомби. Ну, хотя бы, ребят, что-то более легкое. Ну, типа, вот это чисто, ребят, типа, изички. Изички, вот, реально, изички. Просто вот так вот бежишь, отбиваешься, у тебя 30 хп. Ну, почти 30 хп, и тебе вообще все нормально, ребят. Просто вот так вот. Вот сейчас давайте я их добью, у меня должно быть ровно хп. Чисто полностью все хп-шечки. Я ненавижу здесь больше всего. Это пещерных пауков. Обычных пауков больше легче задубать, чем этих пещерных. У тебя новая ава, Фэрвейс. Кстати, да-да-да, у тебя, похоже, новая ава. Я, кстати, не заметила, но с помощью Картена, да. А, ой, Мейта. Картен, на каком сервере играешь? Ребята, я играю на Кристалликсе, можно было здесь, в принципе, посмотреть. Ну, вы эпик построили, да? Вы нормально? А, все, я купила, просто у меня почему-то показывал красненьким. Окей. Так, мейт пишет, крутая ава. Это вам, ребят, комплиментики. Так, где лесенка? Я хочу сюда. Не понял. Так, окей. Вы там друг другу комплиментики делаете. У меня, кстати, скоро будет новая ава. Мне должны... скоро сделать, кстати, надо чекнуть. Может, он уже отправил, может, нет. Вот. Как-то так, ребят. Ой. Боже мой, фу-фу-фу, какие страшные уродины просто. Боже мой, да Я ненавижу их, ребят. Из-за этого я еще и арахнофоб, потому что вы смотрите, как они меня мочат. Они просто ПВП-шеры сотого левела... 300-го, да, фу, какие страшные, мерзкие, ужасные, вообще, уродины. А, Картон, у меня бывший канал звали Картон, да-да-да, ребят, кстати. Так, а что, если мне, ну, не очень-то это надо? Окей, возьму железки. Так, да говорил ты на своем стриме. Ага, не совсем поняла, о чем вы, но окей. Так, ферма. Чё? Какая? Чё? Вы серьезно? Типа,
впервые вот такой левел, типа, как... Никогда бы не подумал, что курицы могут быть такими опасными и бить всех своим клювом. Алло, лошади, не наглейте, курицы, вообще все. Чувствую, мне, ребят, сейчас ГГ чисто. Мне сейчас животные забьют, это нормально? Меня животные забили! Это вообще адекватно? Типа, где моя алмазка, где моя защита, где Диамон? Вы вообще кто такие? Животные называются. Это я читать не буду, потому что я православная, короче, верблана. Не факт. Ой, что я сказала? Вообще не поняла. Окей. Ребят, 6 зрителей. Давайте добьем уже 8 зрителей. Очень милые, что очень милые. Животные очень милые? Не, я теперь так больше не считаю. После Майнкрафта нет. Так, курица самый опасный моб в Майнкрафте. Заметно, ребят, клюв чисто всех разносит. Вот реально, берет и разносит, вот, без шуток. Реально разносит. Так, ну опасный. Так, теперь я тут. Ребят, кто ливнул со стрима? Вы что? Не, чтобы добить зрителей, выливаете. А, нет, вот вернулись. Ребят, осталось 2 зрителя, просто давайте сейчас публикуем ВК-стенки. ВК-стенка. Так, чё? Наверное, это я поняла. Да, сейчас везде я этот процентик буду смотреть. Стоп. О, как так можно было вообще? Не знаю, ребят, не знаю. Так, окей, ребят, берем утык. Что за сообщение, не знаю. Ну и ладно, нюхай бебру, это наша группа, они что-то... Так, оставляем ссылочку. Опубликовать. Так, ребят, 7 зрителей, осталось и всего 1 зритель, очень круто. О, сила. Силка мне нужна, ребят. Силка это мощь, реально мощь. Так, мне вообще ни на что не хватит, так что я вот так как-то сделаю. Сейчас я не знаю, стоит ли мне пить силку. Ребят, пожалуйста, напишите, стоит ли мне сейчас пить силку. Она на 8 минут, я не знаю, ребят. Хотя, ребят, зомби я легко справлюсь без силки, так что... Хотя не факт, что я прям легко, но справлюсь. Меня немножко подлагивает, из-за этого они меня как-то бьют. Причем странным образом не зажимать. Не смейте меня зажимать. Так, окей, всех добим по осторожному способу. Так, окей, отстаньте от меня. Минус несколько тоже было, ребят. Сейчас я пока что не могу читать чат, потому что вы сами видите, что я делаю. Так, давайте вот этого добьем, вот этого. И вот этого. Оба. Goodbye. Так, ты печняшка. Я не знаю, ребят. Я не знаю, кто я вообще, кто я, ребят. Напишите, кто я такая вообще. Вот, кто я. Так, сейчас разносит... разве зелье не остается? Ты что там? Так, ребят, надеюсь, мне хватит на прокачку. О, хватило. У меня уже какая сила? Острота левел 12. Понятно. Ребят, остался всего один зритель. И мы начинаем розыгрыш пиарки. А потом, если еще один зритель хотя бы зайдет. Или мы набьем, давайте, ребят, уже 11 лайков. Вы жесткие, ребят. Давайте смотрите, ребят. Сейчас добиваем 8 зрителей, да? Угу. И сейчас кто-то специально, походу, ливнул, я не знаю. Ай-яй-яй, выпить хочу. Они сами друг друга перебивают. Спасибо. Окей, ребят, меня кокнули. Так, зелье остается. Понятно, ребят. Смотрите, ребят, давайте добьем 8 зрителей, будет розыгрыш пиарки. Добиваем
Я не знаю, сколько, ребят. Давайте 13 лайков и буду разыгрывать модерку. Потому что мне... Я бы не сказала, что у меня прям много модеров. У меня... А, кстати, смотрите, у меня модер мейт. Картон, ну это его старый канал, но это, в принципе, не считается. Можно сказать, как один, да? И картон. Короче, как-то так. Сколько у меня вообще FPS? 32 FPS. Нормально, нормально, ребят. А, так, ребят, остался всего один чел до пиарки, так что, ну, мне кажется, это будет несложно. Так, что у нас тут за пределами? Не совсем-то уж Майнкрафт пошел вообще. О, это что? Вау, это что? Это чита, ребята. Так, можешь меня модером сделать? Ребят, я бы хотела разыграть все же модерку, потому что... ну, потому что слишком модеров тоже не надо мне так много, я бы сказала. Я буду смотреть по активности. Так, это что? Это щита. Что за карты? Так, ага, так, ну ладно. Ребят, сейчас добьем 13 лайков. Я разыгрываю модерку, хотя бы давайте 12 лайков. И сразу же розыгрыш модерки. Странно, что кто-то выходит, кто-то заходит. Типа, мол, зачем вы выходите? Осталось всего там, тогда один зритель, а сейчас два. Типа, зачем? Зачем было выходить? Лол. Может, сейчас я позову подругу? Я не знаю, ребят. У нас там офигенная переписка, я сразу говорю. Так, нет, это не то, значит. Ага, я ее переписал, понятно. Ой-ой-ой, не трожь! Так, 5 зрителей осталось. Найс, ребят, все вливают. Офигенно, Богдан, не трожь кнопку. Не трожь кнопку. На, машинку забирай. На машинку. Так, я тут, ребят, красавчики, кто остался, потому что я не знаю, зачем вы все ливаете. Было 7 зрителей, 2 ливной. Так, окей, я написал, надеюсь, то, что она зайдет. Так, не все, ребят, мне показывают, что здесь 7 зрителей, ура, ребят, опять вернулись те зрители, которые были. Так, так, ребят, остался всего один зритель, я написал своей подруге, если у вас есть подруги, то просите их, чтобы они залетали. Так, это кто у нас? Это у нас, непонятно кто. Так, ребят, красавчики, кто остался на стриме, просто лучшие, реально лучшие. Так, я не знаю, куда мне сейчас лететь, потому что я отлетел далеко-далеко. Вов Вонкас, я бы поиграл, правда, Слави Геймс, наверное, не будет, хотя, ребят, не знаю, надеюсь, что ты там доиграешь, все будет окей, или из-за пати ты со мной подключишься, короче, я не знаю, прости, если что, окей, просто мне не совсем эта игра нравится, мне больше Аманкас заходит, чем вот это вот все. Я сейчас за темно-зеленого, я экипаж, ребят, знаете что, чтобы было реально весело, да? То я сейчас чисто буду не выполнять задания, делать вид, типа, я предатель, находить трупы, его не репортить, и, короче, всячески прикалываться над игроками. Опять, ребят, 6 зрителей, обидно то, что мы не можем добить чисто 8 зрителей. Окей, он меня боится. Пацан ходит с кнопкой. Окей. Здесь что-то происходит. Пока реактор поврежден, так на меня синий оглянулся. Такое чувство, что это он был. Так, окей. Мы выполним задание, да? Так, ребят, 6 зрителей. Давайте, ребят, до 8 уже дотянем, нет? Не сможем. Смогем. Так, Гоман Касс, но предатель я. Так, мне кажется, тебе просто вопросиков выкинуть. А, ну, понятно. Ну, ребят, весь смысл сейчас прикольнуться, просто поугарать с этого, да? Так, не выдашь меня? Конечно нет, ты шо? Кстати, ты какого цвета? Я просто... Здесь же никнейм, здесь по цветам. Я бы сейчас написала, но ладно. Мэйд, как делишки, ребят? Все зашибено, если бы еще добили 8 зрителей, то еще лучше. Так, розовые постоянно что-то...
Ребят, я за ними прослежу, потому что когда что-то происходит, то я рядом. Это было угарно, ребят. Обычно это всегда угарно. Я даже на запись у меня... Какая-то хрень происходит! Это черный! Это черный! Это чёр... А, это ты? А, ты голубой. Черный. Так, окей, если ты голубой, то... то я тебя не буду выдавать, а вот остальных... Ну, выкинем. Так. Я тебя не буду выкидывать, потому что я хочу, чтобы ты затащил. Но черного хочу выкинуть, потому что я знаю, что ты меня не зарежешь, а он меня может зарезать. Круто, на моем первом стриме на этом канале было 3 или 4 зрителя. Красава. О, ребят, как раз таки кикнули и мне поверили. Это означает, что круто. Короче, ты же голубой, да? Я, короче, буду с тобой бегать, только меня не зарежь, окей? Типа, чтоб, если что, я могла доказать, что это не ты. Окей? Надеюсь, что ты смотришь стрим и послушал вот это вот разговор, короче, мой, да? Чтоб я могла подтвердить, что это, мол, не ты. Короче, чтоб у тебя были шансы, чтоб ты выиграл. Окей? А, тогда пошли, я поищу еще кого-нибудь. А, я могу на камеру, наверное, встать, посмотреть. Так, ребят, 6 зрителей. Обидно, обидно. Так, а где вообще камеры, ребят? Я в Майнкрафте не совсем-то уж могу прям разобраться. Мне проще в Майнкрафте, типа, там более понятно. Потому что Майнкрафт, здесь Майнкрафт. Так, окей, я знаю, что беломирный, поэтому я просто буду следить, мол, что было смешно. Все задания выполнены. Чё? Обидно, что ты не сыграл за предателя. Осталось 5 зрителей, ребят, давайте хотя бы... Окей, ребят, давайте добьем, как обычно, 7... Не как обычно, но давайте добьем хотя бы 7 зрителей, чтобы разыграть уже этот пиар на следующий видосик. Вот просто, ребят, давайте. Так, ты сейчас какого цвета? Я черный, нигер я. Я нигер. Пожалуйста, подойди, кто ты. Вот. Подойди ко мне, я просто нигер. Я хочу знать, кто ты. Так, я розовый. Окей, я поняла. Так, розовый. Ты уже куда-то уперся, да? Понятно. А, нет, вон ты. Понятно. Так, предатель. Чё тебе так на предателя везет? Лол. Чё, почему мне так не везет? Куда? Короче, я буду с тобой ходить. Так, у меня есть 2 задания, так что все офигенно. Если не сложно, можешь сказать, кто у тебя напарник, чтоб, если что, мне от него держаться подальше, чтоб меня не кокнули. Так, все, выполняется задание, это дебильное. Так, вот у меня тоже есть задание. Так, здесь надо вот эту всю фигню, карту, вот сюда. Все. Так, 4 зрителя, ребят, куда все поуходили? А, окей, желтый, понятно. Ребят, пожалуйста, почему вы ливаете со стрима? Что я не так делаю, ребят? Мы играем в Among Us, я могу с вами играть в пати. Я бы хотела играть с вами в пати. Я пытаюсь как-нибудь вас завлечь на стриме. Спрашиваю, задаю там вопросики, да, к примеру, пишу... Ой, точнее, говорю, чтобы вы там что-нибудь писали, добивали, разыгрываю модрики, пиары, но вы ливаете. Типа, за что? Так, я живой, мэйт. Ну, хотя бы ты остался, это и то уже радует, потому что, ну, ты реально вот... Реально спонсоры самые топовые, потому что они всегда смотрят и присутствуют. Кстати, странно, что мистер Флокинг что-то... Так, окей, желтый, я, пожалуй, свалю. Там синий, надеюсь, что он не сдохнет. Или сдохнет. Потому что там... А, там зелень, значит, его... Ага, там желтенький, я от него подальше буду держаться. Так, голубой. Можешь кокнуть синего, там как раз-таки желтый, типа... как-то так. Не только спонсоры, ребят, да. Есть такие подписчики, которые тоже преданные, очень круто. Наверное, я тебе все же выдам спонсоров, потому что ты реально... Реально... Сидишь на моих стримах, сидишь на видосах, все просматриваешь. Короче, красава. Так, Картин пишет, я тоже живой, чисто, ребят. Модераторы... И спонсоры вот самые реально преданные, самые активные. Реально. Я не понимаю, где... Окей. Иди в сраку, пожалуйста.
Я знаю, что ты убийца, так что иди в сракостанцию, окей? Ладно, иди, давай. А как раз таки электричество повреждено, он за мной бежит. О, Фэрвейс, поздравляю. Так, пожалуйста. Так, я видел, как ты вылез. Это было палевно достаточно. Я тебе так скажу. Не-не-не-не-не. Короче, кикаем голубого. Если что, кикаем голубого. Если он что-то расскажет. Спасибо большое, конечно, не за что, потому что ты сидишь как бы у меня на стримах, короче, ты красава. Так, зеленого кокнули, и это был желтый. Че, палим желтого, не? Или скип? Ага, желтый прям вообще такой почти самый первый. Синий пишет, это оранжевый, но это желтый. Я не знаю, ребят, палим желтого или нет. Как думаете, палить желтого, не? Так. Я не знаю. Окей, окей. Чтоб на меня не подумали там, если что. Желтый не он, то я. Окей, ребят, потом тогда желтого. Надо было сразу на желтого нажимать, чтоб было, короче, поровну. Ура, ребят, 6 зрителей. Давайте добиваем 7 зрителей. Я разыгрываю пиарку, а также модерку. Ой, боже мой, я думаю, уже опять компьютер врубает меня. Так, оранжевый не был предателем, ребят, нажимаем и кикаем желтого. Вот этого вот убийцу. Так, давай, 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 я хочу тебя кикнуть, потому что я знаю, что ты убийца. Он хочет, походу, убить. Специально в последний раз, потому что он знает, что его кикнут. Желтенький. Желтизна. Че? Это вообще-то мой. Я что знаю? Так, желтый на глазах в электре. Ну, допустим, ребят, чисто пропульсуем, чтоб на меня не подумали, если что, там что-то, да? Розовый голосую против желтого, потому что так и есть. Ща как раз таки, ребят, проверим. Так, ребят, 6 зрителей, остался всего один зритель. И разыграем пиарку. Ну, мне кажется, он уже отлетает, да? Гудбай. Розовый, ты бы проголосовал, чтобы на тебя не было подозрений все же. Так, ребят, пожалуйста, не молчите там, пишите, как у вас дела, как кто поживает, кто в каком классе, короче, учится, какие оценочки, у кого как, нормально, да? Нет, нет. Так, ну, следующий оранж. Его, если что, кикнули, как бы. То есть кореч. Конечно. Так, у меня дела норм. Вот это вот я понимаю, красавчик. Если что, я с тобой побегаю, окей? А, мы же корича хотели кикнуть, да? А, это красный, а где корич? Его кикнули, что ли, или что? Так, Slime Games пишет отлично. Вот это вот я понимаю, ребят. Красавцы, у кого... Кто пишет, кто отвечает на вопросики. Кто в каком, ребят, классе учится, кто как, на какие оценочки съехал там или наоборот. Так, давайте перемотаем вот так. Так, дело хорошо, я в 8 классе, а ты я в 7, ребят, классе, так что как-то так. Кстати, я забыл, каком? А, ты розовый, точно. Я думал, что ты уже голубой. Так, пью воду. Я тоже попиваю водички, так что все окей. Хотя бы не водку. Так, все задания выполнены. Чё-то ты не успеваешь Slide Games убивать их. Картин пишет в 6 классе. Ну... В 6 классе тоже там далеко не для отдыха, но хотя бы там на дистанционке более просто. Плюс хотя бы по физике тупить не надо. Короче, более просто, чем в 7 или 8, короче. Не советую. Хотя даже если я советую или не советую, то типа тебе все равно заставят. Так, я опять экипаж, зашибись. Я кто вообще? Я красная. Ура, ребята, наконец-то там свет, а не темнота постоянная, потому что с этими шейдерами здесь просто постоянная темнота. Так, экипаж, окей. Понятно, я малолетка, я в 4 классе. Все мы такими были, так что... Так что ты хотя бы нашел нормальных себе друзей, я вам так скажу. Ну, или хотя бы... Как еще можно назвать? Так, у нас русичка пипец зла. Ну, как бы я бы не сказал, что все русички прям злые, но в большем они как...
О, боже мой! Я чуть ли не это... Ну... Это разве... Ребят, сейчас я пересмотрю. Это разве коричневый? Это разве коричневый? Окей, ребят, я не совсем поняла, кто это. Я, честно, немного не поняла, кто это. Так. Вот, ребята, чекайте. Так, ничего, что ты в четвертой... Ой, ай. Это корич. Я не знаю, ребят, я про корича сейчас проголосовала, но большая часть за оранжа, так что... Ребят, это корич. Так, Мэтт пишет, ага. Ребят, это корич, это вот эта вот срака. Он сейчас убьет желтого при нас всех, просто потому что он знает, что его сейчас кикнут. Из-за этого он всех убивает. А почему? Как бы... Скин изменился? Чё? Ребята, кикаем потом розового, потому что он его прикрывает. Это розовый. Ребят, это розовый, он его напарник, вот, 100%. Кстати, почти никто не выполнял задание, так что еще по кайфу. Так, Димасик, прив, ребята, наконец-то, 7 зрителей, очень обалденно, давайте я отбегу. Сейчас, короче, ах ты срань. Он специально сейчас сделал так, чтобы никто не нажал на кнопку. Окей, ждем, пока реактор починит, хотя почти никто не починит, потому что все здесь. А, все починили. Надо нажать на кнопку и кикнуть розового. О, кикайся! Так, я сегодня себе голос обрабатывать буду. Красавчик. На 7. Да, ребят, на 7. Сейчас я отойду, отбегу. Короче, ты как новенький на моем канале, вроде бы, то обычно я разыгрываю на стримах... так, там розовый, да? Обычно я разыгрываю на стримах пиарки, модрики и прочее. Короче, смотрите, ребят. Голосануть хочу уже, боже мой. Короче, смотрите, ребят, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, надо подписаться на мой канал, поставить лайк на данный стрим. Давайте добьем уже, наконец-то, хотя бы 12-13 лайков. Кто подписался, поставил лайк. Плюсуйте в чат. Так, у меня 260 сабов, понимаю. А вот я не совсем поняла, окей. Смотрите, ребят, плюсуйте в чат, кто подписался на мой канал, поставил лайк на стрим. Сейчас тогда будем, короче, разыгрывать пиарку, потом уже, наверное, на 12 лайков, ребят, модрику. Кто-то не поставил лайк, потому что вот так как-то прям реально палится. Так, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюсиков. Уже вижу 12 лайков, красавчики. Так, ой-ой-ой, ты кто? Ты что такое вообще? смотрите, ребят, смысл это пиарка, да. Условия я уже сказала. Смотрите, ребят, сейчас абсолютно все готовимся. Врубаем на полный звук. Самое главное также написать без ошибки слово. Сейчас я говорю абсолютно любое слово. Это труп. Вот, я зарепортила. А, кстати, я так не поняла, где это было. Ну, ладно. Смотрите, ребят, кто первый напишет слово, давайте, даже не знаю, какое слово. Давайте слово кирпич, того пропиарю в следующем видео. Достаточно тупое слово, но я знаю. Так, плюсики, ребят, я вижу, пишите слово кирпич уже. Давайте, кто первый? Так, Фарвейс, кирпич, правильно написал. Слава Геймс, у тебя были шансы, но достаточно маленькие, потому что ты потом еще и написал с ошибкой два раза. Так, Мэйт, я пельмень. Вообще красава, пельмень. Так, Фарвейс, жди... чисто
язык заплелся, я не знаю, ребят. Что сказать надо было? Я забыла уже. Чисто склерозница, вот. Короче, жди пиарку в следующем видосике. Ребят, все, можете не писать кирпич. Как-то странновато то, что у кого-то только сейчас начали писать. У вас, походу, стрим вы немного отмотали назад, случайно, или же вы уже так было. Так, Фарвейс, о, прикольно, красавчик, то, что выиграл вообще, да. Так, там у меня были задания или нет, или что? А, вообще. Так, ребят, 6 зрителей, обидненько то, что кто-то ливает, кто-то вообще ничего. Так, давайте, ребят, на 13 лайках, ну, чисто оставьте, ребят, один лайк, я разыграю модрику, потому что, ну, мне стримить не то, чтобы мало осталось, но и немного, типа, около часа. Но, мне кажется, это хватит. Блин, я думала, я выиграю, но окей. Ну, конечно, мейт. Я пельмень. Ну, хотя ты и так без этого, типа, выигрываешь, типа, потому что ты мой спонсор, как бы, типа... Пожелание тебе пропиарю, ну, может быть, да, может быть, уже в следующем видосике я тебя пропиарю, типа, это нормально то, что? У меня два задания в одном месте, окей. Ванчоус, хайо, всем привет, ой, да ты меня бесишь, реально, что ты за мной ходишь? А, или это случайно и ты? Лол, мне кажется, это ты был, это что такое? А, что-то новенькое. У меня стрим опаздывал, ну ладно. Обидненько то, что он у тебя опаздывал, потому что можно было перемотать, в принципе, норм. Ребят, короче, смотрите, 13 лайков, разыгрываю модрику. У меня уже раз, два, короче, можно сказать, 3 модера. Так, синий. Мне кажется, все же это красный, чисто, ребят, мое мнение, потому что он за мной наблюдал. Ну, типа, ребят, вы видели это? Так, а мне уже можно и не участвовать. Ну да, да, потому что ты уже выиграла, как-то так. Ребят, 13 лайков, чисто... Красавцы. Ванчоус, да-да-да, я, наверное, тебе все же выдам модрику. Так, там где-то... Ребят, мне чисто уже сейчас весь час будет в модеру. Надо разыгрывать уже модерки. Смотрите, ребят, все плюсы, кто не модер, все плюсы, кто не модеры, ребят, кто не модеры, в чат плюсуйте. Если хотите розыгрыш модерки, пожалуйста, не нажимай на кнопку, у меня просто младший брат. Синий был предателем, окей, значит, это не красный, хотя он может быть его напарник. Блин, телефон садится, пока, картон, обидно, окей, пока. Так, Ванчоус плюсует, прям жестко видно. Так, почему я вообще здесь ни разу не выполнял задание? Обидно, вообще ни разу, вот реально. Так, мейт пишет у меня тоже, ребят, значит, стрим, наверное, не прям так долго будет, если, конечно... Блин, ты меня уже бесишь, это, походу, ребят, красный, ничего не знаю. Потому что он меня реально уже бесит, как бы, он за мной наблюдает постоянно, постоянно как-то выглядывает. Так, ну я еще живу. Ну, хотя бы круто то, что ты вообще зашел на мой стрим, это уже радует. Короче, Ванчоус, как у меня дофига модеров, я, наверное, со следующего стрима оставлю только мейта, потому что он мой, как бы, спонсор остальных. Ну, может, Фэрвейза еще на один стрим оставлю модеров, чтобы можно было следующие стримы, типа, по новой разыгрывать модерки, будет более веселее. Так, а у меня 28. Ребят, да вы вообще как кореша, знаете. Так, 6 зрителей осталось, если вы еще вдвоем поливаете, то будет не очень хорошо, но окей, окей. Кстати, Слай Геймс, ты какой цвет, ты какого цвета, да. Мне кажется, ребят, красный, вот чисто, чисто мое мнение, розовый. Красный спрашивает, чё, типа не корич, зачем, чё? Я немного не понимаю вообще, чё происходит. Это розовый, блин, ребят, я проголосовала против красного, просто он меня реально бесит уже. Реально бесит. Он за мной постоянно наблюдает, как ты выглядывает. Мне это раздражает. Я за него голосую. Ребят, кстати, пожалуйста, кто остался на стриме, пожалуйста, напишите хэштег инста. Если хотите, чтобы я создала свою инстаграм. Ребят, это походу красный, чисто мое мнение. Либо корич. Хотя корич это может быть ты. Но
Кажется, это красный. За стрим 2 подписались. Разве у меня было 103 подписчика, так и осталось вроде бы нет? Типа, лол. А, да, ребят, за стрим 2 подписались, лол. А чё у меня не работает? Странненько. Так, чёрный. Так, окей, ребят, коричневый пошел нафиг, потому что он меня обвиняет вообще охреневший. Так, мне кажется, ребят, это красный. Это реально красный, потому что... Я не знаю, ребят. У меня 105 подписчиков или что? Ребят, вижу то, что только два хэштега. И третий, это я пельмень. Вообще нормальный хэштег, я вам так скажу. От английского. Окей, ребят, окей. Значит, я создам свой инстаграм. И там, наверное, ребят, буду писать свои идейки для видео и все остальное, короче. Чисто, ребят, опять же, я говорю то, что это красный. Надеюсь, то, что это подтвердится. Опять красный кого-то выставляет. Это не красный. Я не знаю, ребят, чисто мое мнение красный. Он меня задрал, честно. Поэтому я против него. Пофиг, что он не предатель, просто задрал. Так, ребят, все. Я создаю инсту, я там буду выкладывать свои фото, короче, буду свои идейки сливать, все остальное, короче. Превьюшки раньше всего буду туда сливать. Также PNG-шки там для ваших превью и прочее. Так. Я так и не поняла, кого кикнули. А кого... Кого кикнули-то? Я что-то вообще не поняла. А, прикольно, ссылку оставлю, шок. А, конечно, ребята, я оставлю, как только создам, сразу же скину вам ссылочку. И в описании, и в комментарии, и вообще везде. Кому интересно, короче, следить за моей жизнью, вообще за моей внешкой, и все остальное, ребята, то вообще... Как-то так? Корич, здрасте. Макарошка, привет! О, здорово! Так, Корич, что ты делаешь? А, кстати, Слайгеймс, напиши свой цвет, чтобы я тебя не кокнула. Меня не переместило. Чё? Как делишки, ребят? Все, ребят, зашибись. Я, кстати, не перестаю не понимать, как ноунейм. Это не суси обзывать на 100 подписчиков за 2 недели. Ну, во-первых, я знаю, как правильно более пиариться. Во-вторых, я также пригласила своих активных подписчиков с прошлого канала, это раз, пиар это то, что 2. Плюс я заказываю пиар у некоторых стримеров, это 3. И 4 это то, что как бы у меня нормальное оформление, монтаж и вообще как-то так. Так что, типа, если знаешь, как правильно продвигаться на ютубе, плюс я на ютубе уже не меньше 7 лет, так что, ну, я знаю, короче, как-то так. Кок. Вообще нормально, ребят, кок. Так, а где? Здесь люка нету. Блин! Меня сейчас кикнут. Окей, ребята. Я не знаю, меня спалили. Надо было репортить. Так, я 2 месяца снимаю. Гопотом бильярд батл. Бильярд? Может, билд батл? Окей, ребят. Так, а я 2 месяца снимаю, а я неделю. Меня кикнули. Обидно. Окей. Ладно, я ливаю отсюда нафиг, потому что. Так, где хаб, вот хаб. Ливаем отсюда и, короче, погнали в билд батл, да? Как он выглядит? Пожалуйста, кто-нибудь... А, вот. Что не меньше 7 лет, и только 1.5 от силы 1. Понятненько, но...
вообще многие обо мне не знали, я вам так скажу. У меня было 3 канала, Бумрадуга, но я его забросила. Также первый канал, который был я тогда, когда была маленькая вообще, когда мне было еще лет 6, даже 5, когда я еще в школу не ходила. Вообще меня брат сюда завел, типа он хотел стать ютубером, но что-то за это не взялся, как-то так, короче. Короче, от него все пошло. Так, спидбилдерс, одиночный, командный, короче. Слави Геймс, ты где? Я тебя не вижу вообще. Ты вообще тут, не? Типа... Давай в команду тогда, окей. Короче, как-то так. Ура, 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 мы с тобой. В командном, уры, уры. 2 из 24. Ё-моё, как долго ждать придется. Не очень хорошо. Не очень там. Я вам так скажу. Ребят, давайте, если мы наберем на этом стриме... Чё вы так быстро набираете лайки, лол? Давайте, ребят, если мы наберем... я даже не знаю, сколько лайков на этом стриме. Давайте, ребят, хотя... Давайте добьем 15 уже лайков, потому что всего 1 лайк остался. Давайте, ребят, добьем 15 лайков. И я засниму реакцию на свои старые видосы с вебкой. Ребят, с вебкой на старый видос, вот на самый-самый-самый первый канал. Так, я скоро буду делать новый скин, красава, я думаю, ты тогда заказал, и типа тебе это нормально. Так, прикольно. Ребят, давайте, смотрите, добиваем 15 лайков, всего 1 лайк остался. И тогда я снимаю реакцию на свой, на свои старые видео, вот на самый-самый-самый-самый-самый первый канал. Вот чисто, ребят, на самый первый, который вот просто... который самый первый, короче, был создан, потому что у меня их было много, но на многие я не снимала, на некоторые снимала чисто для прикола, либо же их создавала, чтобы у меня был актив на первом канале. Как-то так, новая ава и новый скин. Окей. Попробую сделать скин таким же, как и аватарка, просто я пыталась сделать такую аватарку, как твоя прошлая, и типа с небольшими PNG-шками, которые нашла в группах ВК, которые сливали, короче, как-то так. Ребят, 14 лайков, осталось 1 лайк, и я, короче, могу в следующем видео, либо сразу же в следующее видео, либо же через видео записать реакцию на свои старые видосы. А там, кстати, реально есть много видео, которые фиговые, над которыми можно поугарать, реально, где я с подругами еще тогда снимал, где не было такой обработки монтажа, обработки звука и всего-всего-всего. Буду ждать видос. Ребят, ну, для начала давайте добьем хотя бы 15 лайков на этом стриме, потому что остался всего 1 лайк. Так, парашютист, шина, колокольчик, наперсток, держабль. Шина. Ну, мне кажется, да, шина будет более простой. Хотя, давайте колокольчик, ребят. Я не знаю, мне будет проще колокольчик, чем шина. Так, Sly Games, пожалуйста, голосуй за шота. Я голосую, не знаю. Так, окей, выбрали тему шина. Пол, явно, я не хочу таким. Лол, я до 8 лет не знал, как канал создать. И, кстати, я до 7 лет был похож на ребенка из 90-х. А потом, когда узнал о сайте i40, вот тогда понеслась. Окей, кто-то лайк убрал. А разве, типа... Слава Геймс, не стой, пожалуйста, что-нибудь делай. Я просто считаю чат. Так, вернул. Странно, мне как было 14, так и осталось... Я не знаю, я бы хотела сделать более черный пол, но если делать шину, давай тогда... Слушай, у меня вдохновение, давай как из Молнии Маквина, когда он тебе обновил все покрышки, да? Ну это же шина, нет? Я типа не совсем шарю в этой теме, да? Типа белые колеса, когда ему поставили, вот это было бы кайф вообще, типа... Ну типа это дорога, окей? Давай тогда типа белые блоки, типа вот это, хотя... Я не знаю, блин, ну, белый бетон тоже понравится, может быть, я не знаю, пожалуйста, не стой хотя бы что-то делай. А, ты, кстати, знаешь, как сайт А40, чё? Знаешь, сайт А40, честно говоря, нет, сейчас чек, не вообще, что это такое? Так и напишу сайт А40. Объясните, что это за сайт, потому что мне выбивает только Samsung. Так, убирайся, кыш.
Нет, ребята, я не знаю такого сайта, так что как-то так. Надеюсь, то, что ты послушал мою идею. Пожалуйста, копируй вот эти блоки. А, я их еще и скинуть не могу. Обидно. Вообще-то обидно, ребята, вообще. Так, окей, вот так поставим. Пожалуйста, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой. Осталось 3 минуты, ты что? Так, Fairways, я сам не знаю, ребята, я не знаю такой сайт. Мне надо что-то делать. О, пожалуйста, не стой, надо делать. И я не знаю, как, чё, почему, а, да... Просто, давай хотя бы более-менее крузиум, это для начала. Чувствую то, что у меня даже круг не выйдет, типа квадрат, да, типа, ну... Майнкрафт! Так, да, иду успешно пройденное. Это в смысле то, что у тебя телефон разрядился, или типа, чё, или чё? Мне кажется, вот так можно сделать. Ой. Ну, я бы не сказал, что это круг, но... Измени, конечно, строитель как не знаю. Так, ребят, 7 зрителей держатся офигенно. Почему, когда я хочу добить 7 зрителей, то у меня не получается, а как... Мне кажется, так более плоско, и тогда... Окей. Я вообще не понимаю, как делать, да... Давай, я бы хотела сделать... А, точно, короче, сделай еще один слой. И по центре можем сделать типа шерсти, да? Так, вот здесь вот. Трехслойный, короче, вот так. Типа объемная более-менее. Сейчас, короче, у меня есть небольшая идея. Хотя бы за минуту мы должны успеть. Так, короче, вот здесь вот так можно сделать, да? Типа, вот здесь вот так вот. Ой, блин. Туплю, ребята. А, ребят, смотрите, так можно даже было не вот так сделать, хотя тогда это уже, наверное, шина будет похоже, хотя, я не знаю, Матфикс, о, здорово, очень рада то, что ты заглянулся уже на стрим. Надеюсь, что это говно не будет выглядеть, короче, как говно, говно на говно, да, говно на говно не похоже. Можно вот так оставить, либо же, наверное, думаю, что норм. Здесь, короче, я хотела сделать, типа, вот так, да. Осталось 1 минута, найс, мы вообще ничего не сделали, мы половину катки простояли. Я почитала чат за эту половину катки. Так, 6 зрителей, ребята, блин. Сюда давай по ступеньке вот так. Чё, я не знаю, ребят, что мы вообще делаем. Вообще какая-то дичь, реальная дичь. Здесь можно сделать вот так, типа. Окей, я тогда пока что вот здесь сделаю. Ой, боже мой, что я творю просто? Пожалуйста, здесь ступенечка, все. Ну, что-то мы, ну, не успели вообще, что-то не умные мы люди. Матфикс, поставь лайк. Да, он, кстати, наверное, не прослушал ту инфу, которую я говорила. Короче, я сказала, если мы добьем 15 лайков, то я засниму видос либо следующим, либо же... через видос, реакцию на мое старое видео с вебкой. Так что как-то так. Так, я сам проверил, походу этот сайт удалили. Обидно. Так это... Боже мой, почему с нашего шина начали? Он такой жирный, такой... Чувствую, что это квадрат. Портал. Колесо. Я, все, ребят, вывод один. Я колеса не умею строить. Ну, это, конечно, лучше нашего, но я бы не сказала, что это круг. Ну, окей, мы телек. Да-да-да, ребят, у нас телек какой-то. Короче, голосовать чисто. Тут что-то у него это. Под прессом, короче. Ну, типа, нормально. Типа, попытался, я его поняла задумку, но... Но не хватило либо времени, хотя 6 минут нормально вроде бы. Но чисто его физика куда-то свалила. Вот здесь слишком размахнулся, я так понимаю, да? Здесь не шина, а колесо. Я не знаю, ребят, я не знаю. Я не буду голосовать с 4D экраном. Да-да-да, ребят, точно, угадали реально. Так, ребят, мы не добили 15 лайков. GovDS, ребят, стрим через минут 40 закончится, так что я вообще в DS сейчас не хочу, потому что я буду в DS не с ПК, а с телефона, чтобы мне было удобнее.
А с телефона у меня там звук говнецо, когда я в DSM сижу, там надо, короче, перенастраивать. Как... Так что как-то так. Голосовать я не буду, потому что если я сейчас могу голосовать по-своему, то вы можете, типа, оценивать по-своему, и у вас вообще, типа, другие вкусы, короче, ну, вы поняли. Здесь какое-то кладбище, что ли, шинное кладбище, их зарыли, я не знаю. Ну, это, ну, это вот за это я могу плохо. Это шины в земле, реально. Честно, знаете, когда бабульки перед окном садят вот так вот шины, вот здесь вот его сжимали. Чё? Сдутая шина. Ну... Я не знаю. 15 лайков, ребят, все, сейчас заскриню. В следующем видосике ожидайте PvP-монтажик, а через видосик это что? Это какая-то пуговка чисто. Это реально какая-то... Это пуговка. Это... Простите, ребят. Вынесло немного. Реально немного вынесло. Чуть-чуть. Короче, ребята, ожидайте через видео реакцию с вебкой на мои старые видосики на самом первом канале. Так, я не знаю, пойдем еще раз в Увату или нет. Давайте. Здесь можно в пати написать или нет? Так, чисто мой любимый... В смысле? Так, Фарвейс написал ура. Ну да. Ага, Ребят, не ожидайте следующего видосика, точнее, ожидайте только PvP-монтажик, а не реакцию на старое видео, потому что кто-то поставил дизлайк. Кто-то поставил дизлайк. Убрал с лайка и поставил на дизлайк. Обидно, обидно, ребята, обидно. Не смешно вообще, вообще не смешно, не ожидайте этого видео, но вы поняли. Сейчас пойду, короче, с маминого аккаунта поставлю лайк. Ладно, шутка, у меня в панике мужик с соседки стучится и кричит, собака рожает. Мел, смешной, ситуация страшная, реально страшная? Страшная. 13 лайков. У меня 14 лайков и один дизлайк. Не знаю, ребят, что у меня не так, либо это у вас что-то не так, либо же это у меня что-то не так. Сейчас обновляем страницу. А, да-да, ребят, у меня было что-то не так. Как что, так что так. Сейчас, ребят, надо, наверное, прибавить звук, потому что не знаю. Надо прибавить. Почему бы и нет, да? Вот это закрываем. Зачем? Зачем оно мне нужно, правда? Я тоже не знаю. Так, это что? 2020 год зарабатывать? Ага, конечно же, кто бы говорил. Так, ребят, не ожидайте следующего видосика. Вообще свалил с Ютуба. Ладно, шутка. С Ютуба я из-за дизлайка и 13 лайков не свалю. Как-то так. Ожидайте, короче, следующего видео PvP-монтажик, но не факт то, что я залью реакцию, это раз, реакцию на старый канал. Я также, если мы наберем не меньше 30 лайков на PvP-монтажике, то я, наверное, еще солью ссылку на него, так что сможете делать и свои реакции там, угорать надо мной, пересматривать полностью видосики, оценивать их, ну, как хотите, короче. Ребят, вас вообще можно как-нибудь понять, а сколько у тебя там было подписчиков? Я там за два года, я такую дичь снимала. Я когда пересматриваю, я настолько красивый, что ты жесть. Короче, там было 100 с чем-то подписчиков. Даже на Бумрадуге я за год набрала 563, хотя сейчас, наверное, там меньше. Там 548, короче, много подписывались, потому что, ну, типа, я забросила. Было 13, стало 16, реально, типа, каким образом? А я не знаю. Слагинс, пожалуйста, напиши уже. А, ты написал куды. Я, кстати, тоже не знаю. Давай пойдем в Skywars. Я не знаю, я хочу на Skywarsик. Мне особенно здесь нравится вот чисто смотреть вот на эту воду. Шейдерами это просто очень круто. Ага, мне Саня написал
удачного стрима, Саня. Я тебя знаю, я тебя слышу, я тебя вижу. Спасибо, короче. Ну, кто-то отписался. Обидно, ребят, 17 лайков, красавчики. Ну, с чем вы отписываетесь? Лучше пусть, ребят, будет меньше лайков, но подписчики останьте тоже, пожалуйста, плиз. Так, короче, идем в одиночку, потому что я волк-одиночка. Ладно, шутка. Так, 104 подписчика. Сейчас будет 104. Обидно. Почему? Почему ты не про... Ты нормально, тебе долбануть, тебя убить? Ладно. Шучу-шучу. Go в Custom TV House, когда я зайду. Сорн, я как-то не очень хочу. Плюс, когда я там играю, у меня чисто все... Ну, все игроки ливают. Вас перемещают, ливают. Чё? Connecting, чё? Окей, давай сюда. Я хочу сюда. О, найс. Вот, ребята, что бывает, когда вы хотите. Короче, наверное, туда не пойду, потому что у меня так актив упадет и т.д. т.п. Так, было 7 зрителей, стало 4. Ну, найс, ребята, красавчики просто. Идем в спулвест, там, пвп, да, все такое, в командный, офигенно. И выливайте. Ну, спасибо. Я пытаюсь вас расспрашивать, там, поднимать вам настроение, все остальное, а выливайте. Вот это нечестно. Настоящие подписчики не отписываются и ставят лайки. А еще сидят на стримах. Вообще. Проверьте, кто настоящий подписчик. Вот это настоящий подписчик. Красавчик. Че ты темный? Видишь, что ли? Чисто, ребят, когда афроамериканец приехал в Рашку, русские люди и вот это вот, пятно. Я не понимаю, сколько здесь людей. 2 из 24. Ну, круто. 3 из 24. 3 из 24. Так, нас только двое. Обидно. Типа, присоединился, но осталось одно число. Ну, круто. 4. Я уже 4-й стрим смотрю, по-моему. Ну, вроде как, да. Красавчик. А я примерно 7 стримов. Ну, это вообще, ребят, пошел на первое место, на пьедестал, реально. Чисто можно уже медальки всем раздавать, реально. Кому-то первое, кому-то второе, кому-то третье. Просто красавчики. А кто меньше 10 минут смотрит? Если бы у вас была какая-нибудь реально причина, то я вас понимаю. А если у вас какие-то отмазки, то что я жрать захотел, обидно. Так, почему так долго? Почему? Короче, я ливаю сюда, потому что... Чё? Потому что нечестно. Почему ошибка? Я не хочу с ошибками дело иметь. Пустите меня, пустите. А чё за стоны? Какие стоны? Это мой младший брат, он говорит не умеет, поэтому он как бы урысит, а не стонет, как бы... Мне вырубили свет, мне не очень-то удобно играть. Вообще, меня все слепит, у меня еще с подсветкой. Так что очень круто. Да блин, это нечестно. Куда я хочу, там нельзя. Вы издеваетесь? Скотобойни, что это вообще? Не хочу. Выживание в России. Я и так знаю, как здесь выживать, так что мне туда вообще даже не надо спать. Так, а мои комменты не доходят. А в смысле не доходят? Они приходят очень быстро, потому что я смотрю... Не через ОБС-ку, как бы, сообщение, а именно, типа, через YouTube, потому что там доходит сразу быстро. 16 лайков, 1 дизлайк. Ах вы, ребята. Через плод креатив 1. А как здесь плод создать, простите? Типа, плод? Плод Телепорт. Меня все слепит, я ничего не вижу. Я несколько сообщений написал, их нету. Либо же какой-то баг произошел, либо я не знаю, честно. Кто-нибудь скажите, как здесь плод создать, я хочу что-нибудь построить. Ну, хотя бы базу, ребят. Хотя бы базу. Чё? Я не сплю. Представляешь, так, плод. Плод create, может? Create.
я не понимаю, как здесь... Донат, не донат. О, кому-то этот... Вот это вот смайлик, да, может не нравится. Вау, тут красиво, ребят. Пожалуйста, скажите, как создать плод. О, ставил лимончик, легенда. Красавчик, просто залетел. Ребята, подскажите тупому человеку, как мне, как создать здесь плод. Это что, вообще так создать плод? А так сразу можно было? Типа, PSA, PSA. Вау. У меня 149.67. Чё? Короче, Sly Games, если хочешь, что тэпайся. Сейчас, короче, можно посмотреть какой-нибудь... А, ППРРР и П Рома Платыч. Чё? Ребята, 8 зрителей. Почему, когда я хочу заканчивать стрим, то, типа, начинается полная жесть. Обожаю, когда вот так вот смотришь, и типа, о боже мой, тень, это просто ляцаца какая-то. Просто реально, ой, боже мой. Ой. Ага, только сказал 8 зрителей для отца, и тут типа все такие, а зачем тебе 8 зрителей? Тебе не надо 8 зрителей, давай. Я не знаю, как по-другому убивать, я хочу построить базу. Ничего не знаю. Воу. Это не так мне зашло. Вот это прикольно, но там надо под землей рыться. Вот это слишком сложно, это слишком много. И так бы... Вообще сейчас пунзик захотел, зашибись. Ладно, пока удачного стрима, у меня процентов мало. Окей, если что, залетаю на следующие стримы и видосики, буду ждать. Так, окей, ребят, я не знаю, попытаюсь сделать что-то... Что-то такое, короче. Я, пример... Зачем? Почему я такая тупая? Боже мой, я сейчас тупо закрыла и стрим раз, и чат два, и музыку три, и Donation Alerts 4. Какой я гений. А еще я ВК закрыла. Ну просто, ребят, прибейте, убейте. Alerts. Сейчас, кстати, я походу спалю свою почту. Хотя нет, ребят, у меня есть прикол, как не спалить ее. Да, не прикол, а как не спалить ее. Смотрите, ребят, сейчас. Короче, что? А, это не ты, да? Сейчас, смотрите, ребят, вот это вот я сюда ставлю, чтобы вы не видели, что у меня здесь происходит. Правильно. Захожу на свой Donation Alert, включаю музыку обратно. Так, музыка для PvP. Так, 6 зрителей, ребят, пожалуйста, не ливайте, мы еще будем играть не меньше 30 минут, так что все зашибись. У кого мало процентов на телефоне или... Если у вас пока, то не ливайте, вы что. Сейчас, ребят, я быстро попытаюсь войти. Только не ливайте, ребята, пожалуйста, прошу вас. Так, я не палю, пожалуйста. Нет, я не палю. Все, найс, пойди, здесь музыка должна играть. Немного не помню, ты почему не играешь? А, я забыла поставить со стопом, вообще нормально. Так, все, ребята, поставил музыку, я зашла, так, я что, я не ливаю, вот это вот я понимаю, красавчик, все, ребят, возвращаю все на место. Почему ты не вернулась, а? Так, заходим на мой канал, да, ой, вот это что такое, вы что? Так, все, я тут, боже мой, даже здесь смайлик, это вообще, это законно? Так, а как можно в свой плод добавить игрока П? Ой. Плод. Ребята, пожалуйста, подскажите. Так, запрос прими. Где? Это не мне, да? А где? Я слепошара, короче. Ой, да блин, не туда. Сейчас надо... Где? Это вот это? А, нет, это не то.
А. Япон. Как бы... Так ты же и так здесь. Не понял вообще как-то... Ребят, 5 зрителей, пожалуйста, не расходитесь. А почему... ну, ты и так здесь был. Я не знаю, ребят, как в плод добавить. Пожалуйста, помогите. Плод. Help. Да, как? Плод. Довер, что ли? Мой английский зашкаливает. Особенно по Майнкрафту. В ноль, вот именно. Надо было вначале посмотреть, как там добавить, да, пожалуйста, посмотрите команду, как добавить свой флот игрока. Я не знаю, с чего я буду делать, но я не хочу прям темную базу, я хочу более светлую, хотя вот такую хотя бы. Чё? Это не ты. Вообще, найс. Какой у меня вообще плод размера? Окей, вот так он выглядит, да? Сейчас давайте я граффити больше сделаю, хотя бы 9. Так, 6 зрителей, ребят, красавчики, кто до сих пор держится на моем стриме, да? Так, я хочу большую базу, наверное. Давайте начнем где-нибудь с центра. Здесь, наверное, будет самая главная комната. Её, потом я уже буду обустраивать. Для начала я, наверное, построю. Как вообще будет выглядеть этот дом. Как добавить игрока на плот? Мне кстати ответит. Ребята, у меня гениальная идея, типа... Хотя, ребят, это будет слишком сложно вам построить, так что, наверное, от меня это идея. Нет, она была, это построить, типа, карту Summon Cast. Так что, глупая идея, да? Хотя она не глупая, но она сложно будет. А, чё-то, походу, тебе никто не хочет отвечать, либо же просто не обращают внимания на твой вопрос, типа... Так, короче, здесь ломаем, крушим вообще. Так, ребят, 5 зрителей. Спасибо, что кто остается. Пожалуйста, напишите, сколько у вас сейчас времени, чтобы хотя бы как-нибудь вас, ребят, развлечь, занять чем-нибудь, да? Так, у меня сейчас 21.13. Ребят, у вас сколько? Так, короче, жду пока что ответиков. Так, пока что все 5 зрителей молчат. Окей. Подождем. Так, у меня 0.13. Оу, жестко. И ты сидишь на моем стриме. Ты реально? Окей, спасибо, то, что сидишь на стриме. Очень рада то, что даже в такое время ты на моем стриме. Офигеть. Чё? Да. Ну я все, что я посмотрю, если бы ты 2 часа стримил, чисто читал чат, постоянно отвечал, не успевал бы пить воду. У меня 21.14. Ну, хотя бы не так много времени, как у карт. А, нет, как у Фэрвейза. Потому что он уделяет вообще нормально, я сказал. Я уделяю время каналу очень много. Вообще красава. Так, вот, все, вот так. Короче, давайте, ребят, вот этим потолок сделаем таким.
Как слепить немного. Так, сколько у тебя времени? У меня, ребят, 21:14. Чё-то вообще там какие-то часы вышли. Там люди в чате, я прям заметила. Слайгинс уже не первый раз спрашивает, как добавить человек на плот, типа, на свой, да? Чтоб можно было вдвоем строить, но чисто его игнорят все. Либо же они просто не смотрят на его сообщения, либо же им чисто лень сказать. Писали тебе уже. ЭПТ, чё? ПС, чё? Здесь чё? Попробуй сейчас что-нибудь построить, я вроде как тебе выдала. У меня 22:14, Sly Games. Жестко, жестко. Пожалуйста, скажи, ой, посмотри, а, все, ты можешь строить, красава. Так, тогда пока что это достраивать, сейчас буду вот это, я пол достраивать. Может там вдохновиться с интернета, там, картинками, ну, короче, базы, вот, типа, вот таких досок будем, короче, делать, типа, строить. Как-то так. Может, еще потом люди зайдут на Кристалликс и будут помогать нам достраивать. Так, сколько у тебя времени? У меня 17:16. Оу. Оу, жестко. Да. Я не знаю. 21:04. Ты в Москве живешь? 17:16. Я так понимаю, ты в Москве живешь. Ну, чисто, потому что у меня с Москвой. Ну, короче, да, типа вот так. Ну, у меня, ребят, время 21:16. Не всем, ребят, я могу угодить по времени, потому что как-то так. У всех разное время. Ну, хотя бы одно радует то, что... короче, бери черную панель. Вот она. Я уже ее просто не заметила. Даже, наверное, я сделаю, знаешь, что... Короче, можешь пока что строить вот здесь вот еще дополнительно. Я, наверное, второй еще этаж буду делать. Где ты живешь? Я живу, ребят, в Красноярске. Я знаю, что мне вообще никто не придет. Так что мне вообще пока я могу всем говорить это. Типа, никакой дурак ради меня, ради ноунейма поедет сюда. То есть вообще никто не поедет. Слайд-девис, пока что давай ты построишь еще какое-нибудь здание, да, рядышком. А я пока что тогда застрою первый этаж, но не буду прямо построить, просто его дострою, да. А ты пока что можешь строить типа второе здание, чтоб не тянуть время. Так. Так, ты приступаешь, да, красава. Так. Поначалу просто вот так, ребят, как-то это будет выглядеть. Конечно, сейчас это фигня полная выглядит, честно, как фигня. Но это пока что, ребят, это пока что. Давайте, наверное, вот здесь я застрою. У меня есть идейка, ребят, сейчас. Вот реально прям появилась идейка, прям жесткая идейка, я вам так скажу. Здесь, наверное, так же сделаю. Я потом, ребят, буду освещение добавлять. Давайте примерно вот так два блока отступим, да? Так, где ты живешь? Я живу в Мухосранске, ой, то есть в Шарье. Не знаю такого города, но Мухосранск знаю. Короче, понятно. Полностью население людей, ребят. Напишите, пожалуйста, будет интересно сейчас. Так, ух ты, ладно, я здесь не буду разделять. Вау, эти панельки выглядят не как черные, как синие. Это то, что, ребят, вот так вот это называется. Называется выглядит. Так, короче, у меня есть идея, смотрите, вот здесь, короче, будет выход, насрать просто, пока что сломаю. Потому что у меня сейчас, пока есть идея, надо воспользоваться ей. То есть как-то так. Давайте здесь возьмем. Не, здесь я хочу светлые доски сделать. Вот чисто, ребят, сейчас у меня идея просто поперла фантазия. Вот реально поперла фантазия. Не знаю, как по-другому сказать, потому что она просто чуть ли не взрывается. Сейчас я вам так скажу. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Чисто учимся считать вместе с Полиной. Реально. Так. Чисто, знаешь, это... Как Даша путешествует? Так, а я мой родной дом, это Шикшема. Прости, если неправильно прочитала, просто... Я такие... Грита ни разу не слышала, и для меня это в новинку, можно так сказать.
Мне сейчас жутко прет фантазии по поводу вот этого вот. Вот это вот, вот это вот. Так, здесь придется сломать стекло. Хотя можно было оставить, ну ладно, я застрою. Я такого не знаю. Понятно, ребят. Так, мне сейчас хочу вот так, наверное. Нет, это слишком большой будет. Ой-ой-ой, ломаю все и крушу просто, ребят. Халк. Ой-ой-ой, что я делаю вообще? Вроде бы правильно, да, поставил? Да, правильно. Шекшема. А, все дошло до меня. Спасибо, что поставил ударение там, потому что клавиатуры, да. Так, вот так. Мне? Ты мне это сказал? Так, почти, ребята, дело. Давайте вот так оставлю. Заткнись, а. Когда ты орешь, я тебе почти говорю, когда мне мама говорит. Понял, да? Понял. Шипая. Так, ударение на Е. Там столько историй было. Понятненько. Sly Games пишет, ладно, пока. Обидно, что ты уходишь, потому что строители мне нужны были. Сейчас они ушли, типа я как бы. Чё? Чё ты там со шмям лиша? А? Ладно, ребят, сама одна попытаюсь что-нибудь построить там на делать там. Здесь вот так, да? Здесь типа там блок стоит. Не совсем блок, ладно. Немного будет все неровно, потому что кто делает, я делаю. Это означает, что будет неровно. Короче, ребят, мне все это бесит. Вот так вот сделано. Все. 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 Просто все. И вот это продление, наверное, надо меньше поставить. Хотя, ладно, пусть будет. Sly Games, ладно, пока я спать, но ты еще здесь. Фэрвейс пишет, ок, пока. Я тоже хочу с тобой поиграть, но ПК нету. Обидно, ребята, обидно. Как накопишь, обязательно залетай. Чё? Смысл? Чё, на смешке? Не понял. Сейчас пойду разбираться с тобой. Сейчас лохом станешь ты, понял? Вообще найс. Саша, у тебя еще просто задумки лучше. Так, короче, стрём пока что как-то так. Странно. А, вот, все, он ливнул. А, нет, не ливнул. Странно. Sly Games, ты написал, мол, ладно, пока я спать, но ты еще здесь. Это. это как можно сказать, типа, назвать. Типа. Из чата я ливнул, но в игре я остался. Так, я тоже хочу с тобой поиграть, но ПК нету. Окей, я через 10 лет приду. И надо не говорить так. Я надеюсь, что у вас появится раньше, чем через 10 лет. Но это 100%. Ну, ладно, не все 100, но все же. Здесь, наверное, ребят, я на один блок могу сделать чуть-чуть выше. Так, короче, вот так. Так, 6 зрителей. Просто, ребят, офигенно то, что держится не меньше 5 зрителей. Это очень круто, ребят. Это очень-очень-очень-очень-очень круто. Потому что раньше на моем канале Бум Радуга там либо же. Ну, хотя даже на этом было иногда такое, но сейчас обычно просто реально залетайте, что я даже сама не замечаю, сколько у меня зрителей. Сколько приходит, сколько уходит, пробегает фигашенько. То есть, наверное, надо было переделать немного потом. Так, что? Не совсем понимаю, что ты хочешь, потому что... А, пока. Окей, пока. Если меня папа на работу будет брать, то быстрее накоплю. Окей. Пока. Окей, мне еще этот текст сломать, обидно. Так.
Так, я, кстати, с того канала Бумрадуга. О, круто, странно, что, кстати, ты не так часто появлялся на моих стримах, хотя у меня там стримы были, ну, тоже не часто. Да и видео тоже я там не часто снимала, так что как-то так. Я не знаю, что это за комната, я хотела это построить, но ломать ее тоже не собираюсь, потому что это все же твоя постройка. Наверное, вот это я уберу. Вот это я застрою сейчас. Так, я карты лифт. Понятненько, но что-то я тебе, ну, не знала. То, что ты с того еще канала, странно, что я не знала. Так, лук. Сейчас, как это, чернозем? Ой, чернозем. Подзол. Что я сказала? Так. О, нет, я забыла, что с помощью шейдеров я могу проглядывать просто насквозь. Ну, ладно, лишь то, что я сейчас это исправлю люком. Я обычно на стримах не пишу много слов. Но на этом стриме, кстати, ты хорошо активничаешь, так что... Так, что нормально. Так. Здесь, наверное, ребят, я вот так сделаю, да? Вот так. Окружаем, так сказать, домик. 5 зрителей, как раз таки слайд геймс ливну, окей. Как и в комментах. Но комменты было, надо было почаще научиться писать. Это чтобы научиться, но почаще писать, потому что комменты продвигают видеоролик. Так, я не помню, куда я хотела этот подзол всунуть. Ну ладно, пофиг, ребят, давайте я сделаю... Где? А, вот. Так, но недавно начал больше общаться. Вот это я понимаю, вот это красава. Так, давайте вот сюда. Вот сюда. Типа, не знаю для чего, это будет красиво или нет, я не знаю, но мне кажется, это норм будет выглядеть. Ну, чисто мое мнение, очень классно, что ты стал больше чаще общаться, то, что ты не молчишь на стримах, а то было бы неприятно. Так, ага, угу. 4 зрителя. Кто-то еще ливнул, окей. Либо кто-то спать пошел, либо же я не знаю. Ну, скорее всего, да. Так, у кого РП? У меня вообще шейдер, так что я помешу. Так, перемотаем, потому что мне эта музыка не очень нравится, она слишком спокойна. Я заболел. Обидно, выздоравливай. Желаю поскорее выздороветь, чтобы вообще все окей. Так. Это я потом буду застраивать. Сейчас я хочу, что я хочу. Наверное. Сейчас смотрите, ребят, что я хочу делать. Вот так. Короче, басик я хочу сделать. Это что? Почему это так выглядит? Почему они так выглядят? Вы сейчас скажите, что так все. Яйца. Лол. Я только сейчас узнал, что так все яйца теперь выглядят. Окей, хотя бы понятно, где кто. Так, а ты на дистанционке, да, ребята, на дистанционке, так что как-то так. Я не знаю, где лучше сделать, наверное, все же здесь. Здесь надо будет, я не знаю, ломать или нет. Блин, ладно. Не буду ломать, надеюсь, что не пожалею об этом, то что не решила ломать, но окей. Сейчас, надеюсь, вы поймете мою задумочку. Странно, что мистер Флокин так и не залетел на стрим, потому что он достаточно долгий и... Ну, странно. Короче. Потому что я думаю, что он все же зайдет и похвалится. Повезло тебе. Я бы не сказала, что это везение, свои плюсы и минусы. Да, ты высыпаешься, иногда как раз таки нет. Больше задают домашки и вообще тема, любая тема, особенно по алгебре, там по фиге, это вообще, это жесть. Там нифигашеньки непонятно. Особенно, когда тебя спрашивают, и ты тупо сидишь и такой, типа, чё отвечать? Я прослушал. Так, блин, а я в школу ухожу. Ну, ребят, короче... Это и минусы, и плюсы одновременно. Потому что, ну, я бы не сказала, что там прям много плюсов. Ну, чисто, ребят,
для более младших классов это плюсы были бы. Потому что, ну, типа, там легкие темы. Для меня в седьмом классе любой ранг такой. А что это, Саш, в седьмом классе тебе было нормально, а решить ты мне алгебру не смог. Это ребят, хотите? Так, а вот я в школу ходил, но я болею, вот и не хожу. А у нас в зуме уроки, когда на дистанционке. Ага, ребят, осталось 3 зрителя. Это я, Фрибейс и карты набили, то, что все поливали. Окей. Ну, хотя бы вы, ребят, вы остались, это и то круто. Смотрите, ребят, какая сегодня была ситуация. Меня, короче, задали ДЗ по алгебре сделать этот контрольный, короче, решить. Ну, это вроде как было даже не контрольное, а самостоятельно. И, короче, там надо было на сайте зарегаться, и там уже, типа, ну, этот интеллект, типа, проверяет твои ошибки, т.п. Мы, короче, чисто, можно сказать, всей семьей решали, чисто для меня, потому что я тупая, я не знаю, я на дистанционке, из-за этого ничего не знаю. Я и так, в принципе, тоже не понимала, я вам так скажу. Короче, мама с ГДЗ, я с ГДЗ, Саша с ГДЗ со своей башкой умной, типа, якобы. И знаете, из 100 баллов, насколько мы решили? Мы решили на 21 балл. Просто... Я не знаю, как после дистанционки я перейду на школе, и как на меня будет смотреть эта училка, вот честно, математичка эта, ужасная, которая объяснять вообще не умеет. У меня очень много историй со школы, если нам, ну, зайдет, то, может быть, по них буду снимать, потому что у меня очень много было историй, особенно когда я была маленькая, в 4 классе, когда меня, к примеру, подставили, мол, я подгляжу за девочками, хотя это неправда, когда я кого-то скидывала с гаража, и она чуть не ломала ноги, да-да-да, так, а чё, ой, а я думаю, чё я не двигаюсь. Даже если бы у меня было 12 часов ночи, я бы сидела на стриме. А у нас грёбаный Фоксфорд, я не знаю, что это Фоксфорд, но красава, что будешь сидеть на стриме, даже если будет 12 часов ночи, вот просто реально красавчик. Но все же не стоит губить здоровье чисто ради какого-то стрима из-за меня. Так, это что такое? Выровняйся, давай. Неровно. Не люблю, когда неровно. Я перфекционист, я ненавижу. Ну хотя, какой из меня перфекционист? Так, SciGames, я пришел. Интересно, куда ты уходил, я так не поняла. Так, у меня позавчера была контрольная работа, позавчера была контрольная работа, завтра будет. Я тебе не завидую, вот честно говоря, так, мне кажется, я слишком басик большой сделал, я вам так скажу. Ну, хотя он красиво смотрится, хотя бы плюсы. Так, короче, ребят, я сейчас вам примерно объясню, как у нас объясняют по-английскому, из-за чего я еще хожу на дополнительный английский. Типа, многие скажут, типа, зачем ходить, когда у тебя есть английский в школе, все это ДТП. Ты ж не идешь на переводчика, типа, все остальное, да. Короче, знаете, как у нас на английском объясняет Татьяна Николаевна, да, ее так зовут, я не хотела палить, но 100% бы я спалила, да, вы даже ее не знаете, короче. Так что вы даже не сможете ее найти, я знаю, так что... Короче, можно говорить про нее. А, что там? Ну, короче, Фоксфорд это такой сайт, которым твои мозги... А, понятно, понятно. У нас, типа, такие же были, только по-другому называются. А, короче... чисто как у нас идет урок, проходил, точнее, на английском, когда не было дистанта. Ну, дистанционки, да? На английском. Мы приходим на английский, типа, садимся... Ну, вообще, мы никуда не уходили, потому что коронавирус, да? Типа, не переходили из класса в класс, только учителя переходили. Короче... Покажи, что построил. Построил я вот примерно вот это. Добавил вот это, короче. Типа как-то так. Но я еще буду вот это достраивать, все обустраивать. Просто у меня по-первых фантазии на басик, вот на это все, поэтому я обустраиваю. Так, от слова совсем. Смотрите, ребят, короче, приходим мы на урок, да? И начинается урок. И она такая, я знаю, что вы все списали с ГДЗ, все домашнее задание, так что переходим на следующую тему. Учите слова на следующий урок, ребят. Я знаю, что вы нифига не выучили, так что переходим на следующую тему. Я понимаю то, что я не умею объяснять, но просто учите слова. Вы там что-то не поняли? Ну ладно, я объясню только отличникам и своему там это... своему... как... племяннику, короче, объясню, остальные сидите тупыми, типа, мне на вас как бы насрать.
Типа, вот так вот, ребят, у нас постоянно проходил английский. Ну, типа, вообще, nice, просто классно, зашибенно. Думаю, что достаточно прикольно крыша пошла, поехала. Так, вот здесь можно, знаете, вот так сделать. Не знаю для чего, но ладно. Просто для прикола, ребят. Почему бы не, да? Короче, от этого я нифига не знаю английский. У нас когда ушла учительница нормально по английскому, я чисто скатилась на тройки по английскому. Так что вообще круто. Здесь немного продлю. Здесь то... Нет, вот здесь не буду продлевать. Вот здесь, короче, сделаю вот так. Чтобы было прикольно. Так, у нас... I'm not speaking English. Даже прочитать я, блин, не смогла, потому что я запинаю сейчас вообще нормально. Так, у нас Максим Евгеньевич на каждом уроке сдает самостоятельную работу. Ну, чисто, знаете, ребят, если у нас есть... У нас вообще не было ни одной самостоятельной работы за эту четверть, вот чисто. Если у нас контрольная работа, то вообще у нас никто не готовился, она чисто такая... Я знаю, что я вам не задавал подготовиться к контрольной работе, я вам не говорю, какие слова надо было учить, да, т.п. т.п. Я просто, ребят, пишу контрольную работу, мне не смотрите, какие вы оценки напишите, чисто всем двойки выставим, типа, и вообще, типа, плевать, она вообще какая-то бешенка, чисто, ребят, мое мнение. У нас в пятом была норма учительница, у нас... Да, у нас тоже в пятом было, и с первого почта... Чё я творю просто? Ну, потом она, короче, перешла в другую школу, как раз в которую я сейчас хожу. Да-да, она у нас в пятом была, но она потом перевелась, потому что, ребят, это уже более лично пойдет. Опа! Так, давайте, ребят, сделаю вот так, не знаю для чего, но... Наверное, это будет красиво, хотя не факт. Чисто типа диванчик и скварш, вообще нормально. У меня по всем урокам женщины ведут, даже по физре. У нас раньше вела по физре женщина, но типа так же ушла. Сейчас у нас Евгений, как его, Евгений Михайлович, он меня реально бесит. Типа он сам нифига не может, жирный как не знаю кто, зато нас заставляет типа бегать, вот это все, т.д.т.п. Типа раньше учитель был по физре нормальный, он типа такой говорит, мол, типа сделайте, можете отдыхать, там поиграть, а он нам новый физру говорит, типа, мол, если останется время, то поиграем, если останется время, то поиграем, мы так и не играем, чисто, ребят, постоянно бегаем, ну, чисто жирде, который физрук, ну, типа, везет нам с физруками, самые лучшие просто к нам. Так, понимаю, у меня только по информатике мужик, у нас тоже по дружбе мужик. У нас, давайте я вам, ребята, расскажу, по географии девушка, ну, женщина, по технологии женщина, просто по всем почти предметам женщина, кроме физры. Все. Чисто, ребята, у нас везде женщины, реально. У нас раньше историк был... по истории, он мне очень сильно нравился, вообще всему классу он нравился, вообще всей школе нравился, но из-за того, что директриса не давала ему больше классов, чтобы повысить ему зарплату, он переехал в Китай, да-да-да, в Китай. Как-то так, 3 зрителя, ребят, ну хотя бы активные зрители, то нравится так. Давайте вот это все уберу, вот это поставлю. Так. Давайте вот так сделаю. Здесь что будет нормально. Ребят, это еще не все. Я буду смотреть, как там красиво строить. Все остальное, короче, будет очень даже красиво. А твои одноклассники знают, что ты видео снимаешь и стримишь? Мои одноклассники как бы думают до сих пор, наверное, то, что я снимаю Бум Радугу, потому что я когда узнали о моем канале, когда мне еще Яна, не помнящая там, Егора, сидела на моих стримах, короче, помогали мне продвигать канал. Но сейчас они чисто им плевать на меня. Как-то так, хотя дорожу я большую часть дружбу только с Яной, можно так сказать. Тупо разговариваем про школу, зачем? Не знаю, ребят. Короче, смотрите, ребят, про мой канал узнали мои одноклассники достаточно давно. Ну, про Бум Радугу, они чисто меня загоняли, типа, во всем, типа, у тебя говный контент, у тебя, типа, просмотров мало, типа, фигня, ты никак не продвинешься, типа, угорали всячески. Ну, чисто, ребят, я, типа, забил на них, типа,
Чисто, ребят, фак им хотелось показать реально. Ну, короче, я на них забила, знаете. И советую слушать своих одноклассников, потому что они во всем завидуют, и они советов даже нормальных, ну, многие не могут дать. Короче, мало кто в меня верил, вообще мало, реально, очень мало людей. Но, как бы, когда у меня стукнуло 100 подписчиков, когда у меня стукнуло уже 500 подписчиков, типа, многие говорят, типа, почему бы нам тоже ютуберами не стать, особенно это Гели Кравченко, это обезьяны, реально, повторяющие за всеми и вся. Уже бесит, я только купила самокат трюкова, уже через неделю вижу у нее. Задумка купить собаку была, и вижу уже у нее. Чисто, ребят, реально, обезьяна. Так, а у нас... Что, наверное, у нас ты хотел написать на УДНК, не, вместо информатика. Ну, я бы не сказала, что УДНК такой интересный урок, сейчас для меня. А у меня нет, через 5 лет, Полина, дай автограф, прошу, да-да-да, ребят. Да и что так и будет, потому что, ну, как бы, за две недели, ребят, мы добили 104 саба. Ну, за две недели и несколько дней. Вообще, за две недели 110, просто сейчас некоторые подписывались, я не знаю, за чего. Чисто, не знаю из-за чего, реально. Ну, надеюсь, что так и будет, потому что я рассчитываю на себя. И на вас, на вашу поддержку. Так, я не знаю, что, ребят, построить. Пожалуйста, покидайте идеи, потому что обустраивать сейчас пока что этажи, ну, я не хочу. У меня нет интереса к ним сейчас обустраивать. Я хочу что-нибудь строить. Вот этот замок, ну, я бы не хочу замок строить. Достраивать Slide Games, я не знаю, что он хотел построить, так что не знаю. Вау, ребят, у меня вернулось 6 зрителей. Классно, классно. Давайте, ребят, чисто, я запомню, где ты находишься, вот чисто вычислю по IP, если потеряю. Так, ладно. Не люблю, когда здесь выскакивает, когда ты, типа, переходишь на плот. Там вообще бомбануло чувака. Заметно прям бомбануло. Простой обычный домик, какой-то странноватый стиль у него, но, типа, у каждого свои задумки... Идеи, да? Это что? Фух, я думала, то, что это уже что-то не то. Но, окей, это обычный паркур, допустим. Вау, а здесь чувак как бы постарался. Но здесь достаточно тоже обычный. В общем, даже обычный домик, типа, это что? Это что у нас? Я туда хочу залететь, я ничего не знаю, я хочу туда. Так, окей, давайте так. Полицейский. Мафия, что? Короче, классно обустроил. Так, ладно, давайте, ребят. А там Тарзан живет, да-да-да, ребят. Там точно Тарзан. Что это? Это табличка. Так, чё? Не знаю, для чего он это писал, но окей. Ребят, предлагайте, пожалуйста, свои идейки для постройки. Так, раньше мне все говорили, что я ничего не смогу, но я сколотила не то ли 60 подписчиков, но канал забанил, теперь все говорят, что я ничего не смогу, но теперь я их не слушаю. Ребят, пару сек, пожалуйста, дайте, я хочу в тубзик, и я вернусь. Я нет. Короче, ребят, пока. Ребят, короче, пока что подумайте, что можно построить, я сейчас вернусь, пару сек. Already, yeah. I got nails on my back, scratched up, and I can't get it taken.
ребята, я снова с вами. Короче, пока что идеи вы не написали, либо вы тоже не знаете, что нарисовать. Ой, нарисовать. Башню. О, башню. Круто. Так, Слава Геймс пишет, я скоро приду. Окей, буду ждать. Так, построю башню, не спрашивайте, зачем, просто я говорю, что пришло в голову. Ну, хотя бы что-то написал, это уже радует. Я не знаю, с каких блоков построить башню, сейчас, короче, придумаем. Так, это закрою. Так. О, нет, только не опять эта грустная песня. О, ну, как меня бесит, когда кто-то пиарится. Так, башенку. Ща. Что-нибудь должно прийти в голову, с чего построить. Вот. Прям должно. Обязано. Знаете что, ребят? Ребят, я не знаю, из каких блоков можно построить, так что я еще посмотрю, как можно построить. Слишком просто, слишком одна, ну, типа одинаково, да. Остров я не хочу строить, слишком сложно для меня. Вот эта башня прикольная. Вот это тоже мне нравится. Надо сейчас что-нибудь глянуть. Так. О, ребята. Мост, точно, точняк. Вообще. Эйфелева башня, прикольно. Я хочу какую-нибудь башню свою. Какую-нибудь свою башню. Прям сама придумать, короче. Так, я из блоков, которые Венди из них сделала, крепость Энда. О, круто. Сейчас. Ну, я хочу что-нибудь свое придумать. Вот, реально, что-нибудь свое, прям... Такая задумочка. Которая на островах. Я поняла, ребят. Сейчас что-нибудь придумаю. Я хочу, чтобы моя башня вообще ни капельки не повторялась, чем с картинок в инете. Так. Есть небольшая идейка, ребят. Она не прям то, чтобы прям вау, но... Но как бы пойдет, ребят, пойдет. Так, и решетка или как там прутья? Гоша Тропкин. Привет, здорово. Ладно. Так, прутья или как? Да, прутья. Найс. Сейчас примерно подумаю. Здесь уже лестница была сделана, так что, наверное, давайте от Васика. Как-то слишком... Улица, наверное, большая. Пока. Окей, пока. Пришел, свалил, окей. Типа, привет и пока. Привет. Пока. Типа, кто смотрит ТТ, тот поймет. Здесь надо, наверное, еще что-нибудь построить, типа, как улицу можно даже сделать, я вот так скажу. Так, я не знаю, где построить башню. Я хочу сделать, типа, мост и построить башню. Ладно, ребят, потом, в принципе, должна что-нибудь додумать моя бошечка. Да, бошечка. Лайк поставил, подписался, хватит. Ну, если ты подписался, то как бы стоит поактивничать на моем канале. Потому что как бы мертвые подписчики, но мне не нужны. Типа, если ты просто подписался, чтобы мне сделать приятно, то у тебя, конечно, получилось обрадовать меня, но... Саш, пусти его. Ну, как бы мертвые подписчики мне тоже не нужны. Саша! Стрим не испортишь, все нафиг, понял? Ты завтра, значит, не играешь, окей? Найс, ребят, поздравьте меня, пожалуйста, потому что у меня старший брат просто дебил. Реально, дебила кусок.
как он всем про меня рассказывает, окей, значит, я всем про него буду рассказывать. Так, давайте, ребят, где-то вот здесь уже буду начинать тропинку. Лорда, что случилось? Так, когда еще стрим, ребят, я не знаю, наверное, завтра постараюсь сделать. Так, мама спать хочет, феминизм, Дебил, завлеки его, там клип включи. Ты тупой реально, Саш? Не притворяйся тупым. Найс. Мне, ребят, походу, либо скоро заканчивать стрим придется, если Саша не даст. Либо же Саша по башке надо его. Вот. Зачем? Это издевательство, ребят. Минус уши, минус... Издевательство, реально, просто. Он даже ему клип не может включить. Чисто, ребят, давайте я вам расскажу, Саша, что он делает за весь день. Боже мой, какой... Боже мой, Саш, ты вообще, типа, занять не мог. Короче, ребята, моему младшему брату годик и 7 месяцев скоро будет. Саше 14 лет, он ничего не может делать, потому что он умственно, походу, отсталый. Чисто мое, ребят, мнение, вот реально. Я в наушниках был. Ребят, простите, пожалуйста, просто не успела вовремя сообразить, плюс... Саше говорю, что можно сделать, а ему типа насрать, ну, реально насрать. Типа, смотрите, ребят, он сделал домашку, поиграл в ПК, пошел погулял, вернулся и опять сидит в телефоне, ему вообще типа насрать на все. У него жизнь в кайфе. Мне, Саша, вообще насрать, ты понимаешь? Если ты насрать, хуй, ты говоришь тебе. Ну, ты выставляешь мою жизнь на публику перед своими друзьями, я твою, вот и все. Короче, ребят, просто забейте меня, он реально, походу, дебил. Саш, я с тобой сейчас спорить не буду, потому что у меня стрим. Пожалуйста, свали. Если не хочешь получить по башке. Секир башка. Лопаткой, бах-бах-бах. Привык криком, о! Я от Саши не отличаюсь. Вот эта жира пошла. Вообще, ребят. Поварёшкой тук-тук-тук по башке. Мозговые дайте. Не помню, как точно эта фраза говорит. Говорится, точнее, поварёшкой по башке тук-тук-тук. И чё там, секир башка, вот-вот-вот, ребят, вспомнил. Хотя бы что-то вспомнил. Все и тут, красава, Саша без мата, мы в разумном обществе, вот именно. Слышал, Сань? Тебя услышали. Да, ты с матом говорил что-то. Тебя услышали, без мата, мы в разумном обществе, но, видимо, Саши нет. Саша еще где-то там, вообще, в другой вселенной, понимаете? Реально другой вселенной, походу. Как я обзываюсь? Я привожу факты. Плюс я угораю с этой ситуацией. Ну, как бы, чисто ты, Саша, кайфанул сегодня, и все, и тебе нормально, ты обязанности даже свои не выполнил. Тебе мама сказала посидеть с Богданом, типа, мол, то, что она мыться пойдет, а ты чисто, типа, свалил на улицу. Потому что она тебе не может сказать нет, потому что ты якобы выполнил свои обязанности, потому что тебе и просто жаль. Пожалуйста, просто заткнись, окей? Окей. О чем вы говорите? Помнишь меня с 2 часа, когда я был на стриме, я тут все время в ТикТоке залипал. Понятненько, понятненько. Я знаю, конечно же, я тебя запомню, ты шо. Как я тебя могла забыть? Алло, вы что? Вы что, ребят?
Я, конечно, некоторых забываю, но чисто из-за того, что либо Женя мало присутствует на моих стримах, либо же то, что... Либо, я не знаю, пошла жира по трупам. Ну, сейчас, ребят, вроде как он угомонился, так что можно продолжать дальше стрим без всяких ля-ля-то-поля, короче. Ну, не факт. Так, я не знаю, хватит ли мне столько мест для какой-то башни, которую я даже еще до конца не придумала. Я просто сейчас хочу сделать основу, а потом, если что, что-нибудь придумать. Так, стрим так-то большой. Да-да-да, ребят, кстати, стрим уже не меньше, но 600, это 100%. Так, я... сколько здесь я вообще отступила? Один блок. Окей. Здесь, наверное, также отступлю где-то. Ну, где-то да, так. Я тупо 2 часа тут сижу, и мне не надоело. Вот это я понимаю, ребят, вообще свой прям реально. Просто красавчик. Сейчас просто... А, я же и так подписан на твой канал. Реально заслужил подписки. Так, давайте вот здесь доделаю. Конечно, это немного не очень-то нормально, когда остров как бы летает и немного плоский. Его, короче, надо будет доделать, типа... Типа, знаете, как корни, типа, вывести? Все мне везде, типа, ребят, все. Давайте попробуем сделать корешки эти, типа. Опять, типа, боже мой. Пожалуйста, заткните меня. Так. Корни делаем этого острова, потому что... Ну, потому что надо. И еще вот здесь, ребят, надо будет сделать, типа... Как так можно вообще, а? Сама себе делала замечание на эту привычку и опять говорю и говорю. Нормально. Так, сделаю под ним камень. А, точно, ребят, слушайте, спасибо за этот идейку. Ого, все в чате напишут свой город, зато интересно, мне 10, да-да-да, только 10, 12, мне 12. Давайте, ребят, я напишу со своего второго аккаунта, что мне 13, просто я со второго аккаунта сижу, чтобы у меня еще был, типа, как, опять, типа, боже мой. Чтобы у меня было еще плюс один зритель, чтобы, если что, мой стрим выбивался в топы хотя бы как-то, и чтобы приходило еще больше зрителей. Как это корни, здесь надо как-то делать более криво, да? Ну, вы же понимаете, да, то, что, типа, опять, типа, боже мой. Помогите, ребят, мне, чтобы эта привычка от меня, зараза, отстала. У кого-то постоянно слово короче, у меня, типа. Поздравьте, ребят, меня, пожалуйста. Так. Я хочу сделать вначале вот здесь плоскую, чтобы можно было не тыкать постоянно вот, вот сюда. И заполняй, да, а вот здесь. Сейчас также возьму там камень, булыжник, вот это все, да-да-да. Чтобы было более красиво и разнообразно. Вот это убираем. Так, ребят, 10, 12, 12, 13, 12. Самый младший у нас здесь это Картен. Поздравляю. Хотя, не знаю, можно ли с этим поздравлять, не знаю, ладно. Допустим. Так, не, андезит не хочу, не хочу. О, даже можно уголь, кстати, добавить. Прикольно, наверное, будет, хотя я не знаю, как это будет смотреться. Ну, ладно, добавлю. Почему бы и нет, да? Вау, красиво смотрится, боже мой. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда можно добавить. Я так понял, я самый младший. Да-да-да. Так, когда ты стрим закончишь, тогда я пойду спать. Оу. Жестко. Кстати, сколько у тебя времени, чтобы я понимала заканчивать мне стрим, чтобы тебя не мучить? Хотя, не знаю. Не знаю, не знаю. Помучаюсь немного, ну ладно. Железо добавь. А, кстати, тоже можно железо добавить. Сейчас, чисто, ребят, все руды давайте добавим. Реально. Так, железку. О, изумрудики тоже может добавить. Я не знаю, как ты сидишь еще на моем стриме, но я уже спать хочу. Я сейчас 4 часов хотел спать, но окей, окей, ребят. Вот это тоже можно добавить. Где железка? 23.00. Жестко, жестко, жестко. У меня сейчас будет ровно 10 часов. Да, как я вообще расположила железо, это просто. А ничего, что я за плод как бы не вылетала, это нормально, типа, по-вашему? Вы нормальный, адекватнее? Окей, не мои проблемы, здесь золото, алмазики, все такое вообще. Это самый богатый остров
на этом плоту. Даже богаче, чем я. Кстати, можно немного пропиариться? У меня 5 чего? Подписчиков, лайков, я не совсем понимаю. Можно уточнять? Просто я не понимаю. Моя твоя не понимать. Так, алмазики, алмазики, алмазики. Алмазов много не бывает. Реально. Так, чё... я вот это убрала случайно. Думаю, что вот этого хватит. Хотя вот здесь вот можно вот так вот добавить, типа. Да я ж не вылетала. Чё вам не так? Чё не так? Давайте вот это добавим. Вот это сюда. Чтобы было более красиво, типа, как-то, что ли. Так, добавим сюда полублоки, да, типа, просто билдеры на максималках. У меня, у тебя 112 и 22 лайка. У меня 112? Ой. Зачем я по этой ссылке же прошел? У меня не может быть... Чё опять не так? Тогда не надо. Боже мой, ребят. Минус уши, ребят. Да почему, Богдан, ты кричишь, когда именно я включаю микрофон? Ты специально? Ну садись ко мне. Только не реви, пожалуйста. Так, я в благополучном городе. Так, ребят, сейчас вот так немного сделаем. Немного убавлю звук, а то я глохну со всех сторон. Да-да-да. Так, все, вроде как он сидит нормально, тихо. Так, что я имела в виду, у меня 5 часов времени. А, понятно. Окей, тебе повезло, кстати. О, боже мой. Так. Шари в городе. Окей, ребят, я поняла. Пон-пон всех вообще пон. Так, ну вроде как... вот этот вот корень мы сделали. Правда, он какой-то непротяжный, потому что слишком высота, наверное, мелкая. Наверное, так? Вот, типа, пусть даже, ребят, сваливается, типа, задевает. Пофиг. Вообще, пофиг. Ой, Богдан, пожалуйста, не листай чат. За что? Так, найс. Найс, ребят. Красиво. Нормально, вообще, нормалёк. Давайте тогда я сделаю так. Возьму вот эти блоки и построю уже высоту башни. Я не знаю, зачем я такую её сделал большой, но... Точнее, высокой. Ну, окей. Так, все поле свои корни, но вы меня не найдете. Я в Иркутске. Слава Геймс, ты в Иркутске. Вау. Я достаточно... Ну, не то, что много, но... Как бы была в Иркутске, так что... Тебе привет. Ну, раз так, то... Как вас зовут, а? Меня... Ну, вы, в принципе, и так знаете, то, что меня зовут Полина, как бы, да? Да? Нет? Кто не знал? Кто знал? Рэмзи. Так, город Шарли, дом 4, переулок театральный. Все, ребят, поехали в путешествие. Меня Слава. Ну, это и так было, в принципе, понятно. Меня Ваня. Ванек. Так, не уверен, что такая башня будет совсем большая. Ну, ладно. Я хочу хотя бы сделать вот эту ножку. Типа, на чем она держится, да? Так, кто еще не признался, какое у него имя? А фиг знает. Так, давайте, ребят, возьму вот это. Вот это. Так.
И вот здесь у меня сейчас такая идея, типа, это, типа, ну, как бы, что-то старенькое, да, типа, я не знаю, как вам объяснить, короче. Так, вот это вот сюда можно добавить, типа, у меня все типа. Что-то такое, ребят. Сейчас более объемный сделаю, типа, опять типа. Кто-нибудь отучите меня от этого слова, реально. Так. Давайте вот это вот, вот сюда. Ой, что у меня случалось? А моего друга четвероногого, который лежит со мной и смотрит стрим, зовут Дикси. Вау, я думала, только в фильмах так называют, окей, я ошибалась. Ребят, мне кажется, у меня ни у одной вылетел стрим с этого, с телефона. Блин, ребята, 23 лайка за стрим, вау, я в шоке, это мой новый рекорд, ребята. Новый рекорд по стриму, реально. Ура, ребят, все, я вернула себе стрим на телефон, просто он у меня там вылетел. Странно, конечно, но ладно, буду знать, что может вылететь. Точнее, затупить. Когда не обтирай об меня сопли. Или ты не об меня. Или об чё? Ты об себя вытираешь еще лучше, блин. Так, делал вначале вот так. Окей. Ребят, я не знаю, что у вас еще поспрашивать, потому что я не хочу, чтобы вы уходили со стрима, потому что вы и так много уже сидите. Я хочу, чтобы вы досмотрели уже до конца. Но и сильно мучить тоже вас не хочу, как бы, так? Как-то, короче, хочу спросить, не знаю, что, ребят, что у вас можно спросить. Давайте, ребят, какая у вас мечта? Или кем вы хотите в будущем стать, типа, работать? Стас, что ты посоветуешь мне делать для продвижения канала? Ну, находить такие же каналы, примерно с такими же подписчиками, пытаться с ними как-то общаться, сотрудничать. Получается, только не взаимкаться, потому что от заимки вообще актива не будет. Боже мой, зачем это просто капслокать? Короче, ну, я не знаю, ребят, честно говоря. Можно пиариться в разных соцсетях, можно просить друзей, чтобы они пиарили, покупать пиарки или выигрывать в конкурсах. Ну, то есть достаточно много способов. И почти всеми я пользуюсь. У тебя есть домашние животные, да, ребят? У меня есть, и это кошка-мурка. Ну, типа, достаточно много, ребят, способов. Можно, типа, накручивать, короче, много способов, но накруткой я не занимаюсь и вам не советую. Лучший способ это находить такие же каналы, как вы, типа, пытаться с ними сотрудничать. Блин, ребят, офигенно просто. 22 лайка. Это реально мой новый рекорд. Богдан, ты спать хочешь, но ты... Ну ты ко мне лезешь. О нет, о нет. Только не реклама. 6 зрителей, ребят. Обалденно. У меня, кстати, показывают почему-то с телефона 4. Или это у меня здесь тупит, окей, сейчас. Я хочу работать в... Сейчас. Фрезеровщиком. Это кто, если не секрет? Я, ребят, раньше, когда была младше, хотела работать, типа, ветеринаром, но потом так подумала, типа, подумала, такая, ну, мне больше не очень-то хочется стать ветеринаром, да, все такое. И, короче, второй профессия, которой я бы хотела заниматься, это дизайнером одежды, да-да-да, как-то так, потому что у меня есть вкусы, все остальное, да.
Хочешь делать стримы с вебкой? Да, хочу, но там надо еще будет настроить. Я уже, в принципе, знаю, как это делать, но все никак не доберусь. То времени нет, то просто я сама выгляжу как просто... Я не знаю, как себя даже называть, просто как реально бомж нечесанный. Как-то так. Да и плюс у меня синяки под глазами, как не знаю у кого, но может она как бы закрашивает, короче. Третий, ребят, профессия, это юрист, потому что она хорошо оплачивается, но я так почитала то, что его хотят убрать и поставить какую-то другую профессию. Моя мечта наконец-то получить микро. Ну, я хочу стать программистом. Как это слово написать? Программист? Я не помню, блин. Я сама не помню, где твоя ошибка, но я понимаю то, что у тебя там ошибка. Ну, типа, классная мечта, я так скажу. Как-то так. Короче, прикольная мечта. У меня, кстати, достаточно много мечт, но, типа, некоторые мечты, они слишком, я вам так скажу, типа, откровенные. Программист, да-да, вот-вот-вот, правильно. Красавчик, Cloud Games. Просто по-русскому 5. 5, садись. 5 с плюсом. 5 с плюсом за то, что я сидел на моем стриме очень много. Долго. А, СПС. Просто давай мне свой дневник 5 с плюсом там. Везде поставлю. Абсолютно везде. Будешь моим круглым отличником просто, реально. Так. Ребят, у меня появилась идейка по поводу вот этой башенки. Так, вот это тоже застраиваем. Так, говори спасибо, ты 9. Спасибо, ты 9. Обычно он мне только мешает, но впервые его благодарю. Окей. Так. Ладно, нормальная песня. Вроде как не тихо, да? Давайте чуть-чуть прибавлю, потому что... Ну, чтобы не тихо было. Так, я уже себе отсидела ноги за весь стрим, реально. Мне сейчас такое чувство, что они сейчас сгорят, но я все равно так буду сидеть, потому что у меня на коленах еще младший брат. На коленках, на коленях, на коленах вообще. Русичка бы 2 поставил. А кто с чего смотрит? Я первый, с ноута. Я смотрю свой стрим сейчас с телефона, но стримлю с ПК. Ну, типа так. Ну, проверяющий иногда чат с ПК. Типа телефон ПК, можно вот так сказать. Так, пока что, пока ребята там отвечают, то я пока что здесь дострою башню, хотя не факт, что я прям ее сегодня дострою. Может, мне еще придется стримы достраивать ее, потому что она достаточно долго. Вообще, я на стримах, наверное, буду это все достраивать, играть под фишку, как обычно, да? Может, даже отдельно видео засниму, как буду это все уже достраивать, да? Ну, как по-моему, уже красиво, да? Но это еще не все, ребят, это не все. Это только начало. Ну, не прям начало, но типа того, капец. Ребята, мне кажется, сейчас у меня на коленках, сидя, уснет младший брат. Он просто сейчас на меня оперся и закрытыми глазами лежит. Боже мой. Ой, с телефона, потому что скоро буду спать. Только я, Ванчулос и ты. Ну, я это заметила. У меня сейчас младший брат уснёт на коленках. На стриме. Ребят, запоминайте время. Боже мой. Это так мило. Ладно, я пошёл с папой видео записывать. Ну, а пока-пока. С папой видео записывать. Лол. Не, у меня папа на работе, так что я не смогу с ним заснять. Да и тем более... Потом, короче, расскажу, тихо, не писит вообще. Ребята, у меня сейчас уснет реально младший брат на коленках. На стриме. Жесть. Жесть, ребята, это так мило. Это так мило. Да, Майнкстар. Блин, круто, повезло, здесь папа, я так скажу. У меня папа на работе, так что я 100% никак бы не записал, да и плюс мой папа даже не знает то, что... что такое Майнкрафт. Он хотя может представлять примерно, точнее... типа... может знает о его существовании, но типа...
Не знаю, то, что даже я в него играю, как-то так. Вообще ему Майнкрафт не нравится, обидно. Надо будет зайти к тебе на канал, посмотреть этот видос. Ребята. Боже мой. Как да? Но мы в разных странах живем, мы в ДДС. Фига себе, у вас там сколько заморочек. Ребята, просто я в шоке. На мне засыпает младший брат на стриме. Это мило и это как бы неудобно, потому что его голова то туда, то сюда. Он походу уже уснул, бедненький. Капец, набегался, наорался, все, можно спать. Так, не думай, что повезло, мама и папа мои развелись. Жаль, жаль. Так, тихо. Так, ребята, мне похоже, сейчас надо будет как-нибудь на пару минут, секунд отойти, потому что у меня сейчас младший брат уснул. Уснул на мне. Так, не хочу, уберись, уберись. Уберись. Все, чтобы меня не забанили. О, так, ребят, мне бы как-нибудь... Ну ты, мама. Да, ребят, я нянька номер один, просто, честно. Усыпила Богдана, просто сидела в стриме. Найс. Nice. Надо как-нибудь его отнести аккуратно, чтобы он не проснулся. Причем я говорю, и он типа ни капельки внимания. Блин, ребят, мне жаль. Чё у вас нельзя, не черная полоса? Ладно, ребят, пару сек, я сейчас вернусь просто, ну вы сами понимаете. Да и плюс у вас нашлась тема, на чё пообщаться. Пару сек. Пару сек, ребят. Так, ребята, я с вами на стриме, все, я его отнесла аккуратненько. Это достаточно будет сложно, потому что он весит немало. Так, кстати, сколько вашим родителям? 7 лет. Так, мы начали с папой 29, маме 28. Они у меня сами младшие. Походу, да, потому что моей маме стукнет 38, папе 42. Как-то так, ребят. Вот 4 зрителя, классно. Так, все, младший братик пошел спать. Я могу нормально постримить. Черная панелька. Я люблю почему-то черные панельки. Вообще, в черных цветах начала все делать. Так что, почему бы не закончить тоже в черных цветах? Ну, правда, да. Почему бы и нет, да? Но вот здесь вот, ребят, наверное, я сделаю уже далеко. И не прутья, и вообще ничего такого. Так, ого, да, ребят, походу, у меня здесь родители самые взрослые. Так, давайте я вот это быстренько все строю. Ой, почти получилось, ребят, без пробелов, почти. Всего 3 пробела. Так, 4 зрителя, то есть я, мой основной аккаунт и вы вдвоем. Окей. Так, надеюсь, ребят, я вас не буду мучить, если вы там хотите спать, и я, то есть, типа, стримлю, а вы сидите бедные. Так, окей.
Им было 18-19, когда я появился. О, я вообще не было запланировано. Так что еще все nice, ребят. Все nice. Меня вообще могло и не быть. Так что на эту тему я сильно не люблю общаться как-то так. Типа, мамины родители вообще говорили, типа, чтобы она сделала как бы аборт. Я сейчас это громко не хочу говорить, потому что, ну, не хочу, чтобы мама это вспоминала. Короче, как-то так. Крутой, кстати, стрим. Огромнейшие спасибки. Чурил, да, ребят, как-то так. Ну, типа, у нас далеко семья, типа, не из богатых, я вам так скажу, типа... дофига кредитов, все такое, ну, типа, я стараюсь чем-либо помогать, большую часть денег, типа, отдаю родителям, все такое. Ну, как-то так, ребят. Поэтому я, кстати, и занялась Ютубом, потому что я понимаю то, что здесь, если я наберу аудиторию, то у меня будет своя поддержка, это раз. Это мое хобби, это уже два. И плюс то, что с этого я хотя бы какие-то доходы смогу приносить. Так, не повезло тебе. Ну, типа... Может, с деньгами не повезло, зато... Как бы... У каждого свое счастье, да, типа... У кого-то счастье в деньгах, у кого-то счастье то, что... Типа, родители живут, все нормально. Типа, у некоторых вообще родителей нет, и они... Там с бабушкой, дедушкой растут, так что это еще хлеще. Так, если бы они были старше, они бы развелись. Я о своих. Понятно. Так, я не знаю, что такое аборт. Аборт это когда, типа... ну, типа... Женщина беременна, и она не хочет быть беременной, чтобы этот ребенок родился на свет. Короче, вот так как-то. Типа, меня вообще могло не быть. Вот так я вам скажу. Так, как-то так, ребят, у меня получилась башенка. Надеюсь, то, что она не похожа на остальные, потому что вот это я еще хочу немного переделать, добавить там панельки и все остальное, да. Панельки, вот такие, типа. Боже мой, я их не вижу. Блин. А, вот, все нашла. Так. Так, короче. Сейчас. Мне вот чисто, ребят... Зеленые цвета напоминают сразу же о Билли Айлиш, вот реально. Блин, из-за шейдеров они выглядят как оранжевые. Окей. Ладно. Давайте теперь вот так. Я, наверное, сильно много не буду делать, чтобы сильно много себе не усложнить задачу, да? Давайте вот так сделаю. А, по три. Давайте по три тогда. Вот так. Там два блока, да? Раз, два, три. Чисто, ребят, математика. Ну, давайте уже здесь сдаем, да? Да, вот так. Ой, не туда тыкнула. Давайте сразу вот так разделим. Заполним все цветами, которыми надо. Так, вот здесь это этот будет. Вот так. И все. Ой, вообще не туда нажала. Так, а лучше бы я не знал, про что именно, а, типа, про меня или как. Ну, ладно, типа, не засоряй голову, просто выкинь. Ну, так, мне кажется, что это даже похоже не на башню, а на какую-то 10-этажку. Ну, хотя здесь меньше этажей. А моя мама категорически разрешила жить с папой, а только его посещать. Блин, жаль, обидно, реально. Ну, типа, хотя бы гостей бы можно было тоже разрешить. Ну, ладно, я уже лезть в вашу семью как бы не буду, да? Не хочу там что-нибудь испортить вам, как бы, отношения, все такое. Я не спец в этом, так что не буду ссориться, вмешиваться. Так. Я сделаю, наверное, вот так. Типа, сеть ловим. Не люблю панельки только из-за этого, потому что постоянно надо тыкать
напрягать свое зрение, свой аим. Вот так. Так, все, найс. Здесь, наверное, сделаю так. Не знаю, для чего это будет, но окей. Ну, не то чтобы это прям вау красиво, но мне кажется, более-менее. Так, и мне дали выбор жить с бабушкой от стороны мамы или с мамой. Вообще, я бы не сказал, что этот выбор самый наилучший. Это вообще как бы это ненормально с моей стороны. Я считаю, что это ненормально, типа, как бы... Это вообще может задеть как бы на характер ребенка, типа, пойти, ничего нет, типа... Это ненормально. Блин, пожалуйста, не плачь. Я не люблю, когда люди расстраиваются, особенно грустят, потому что... не хочу также это кричать, потому что когда у меня была депрессия, это типа вообще не очень хорошо. Сейчас я, короче, напишу. Ну так-то круто получилось. А, за башню. Спасибо. Я сейчас, короче, я соснула, зайду, чтобы вы не думали, что это левый человек пишет, да? И напишу, типа, что у меня там было, типа, депрессия. Ну, вы поняли, да? Давайте, ребят, я немного убавлю звук, а то он слишком орёт. Даже у меня в ухе прям реально жестко орёт. Так. Короче. Сейчас напишу с телефона. Короче, как-то так. Ну, типа, постоянно я только показывала свою улыбку, все остальное, типа, просто скрываюсь под маской, ребят, можно так сказать. Даже когда у меня все плохо, я создаю вид, то, что у меня все отлично. То есть, этого никто не замечает, поэтому все всегда считают, то, что у меня все в жизни окей, что у меня все, ну, просто зашибилось. И так, ребят, всегда. Так, окей, давайте тогда выберу, наверное, вот это стекло, потому что черные панели, ну, уже черные панели, слишком много их. Короче, вот так. Здесь обустраивать, я не хочу здесь обустраивать пока что, ну, просто не хочу. Пусть так пока что стоит, мне и так нравится. Так, ступеньки, сейчас найдем. Ступени. Что-то, ребят, мы уже прям на такие темы достаточно грустные перешли, не люблю грустить. Но я уже рассказала, почему, как бы... в подушку тоже мне уже не даете поплакать, все остальное. Просто, ребят, утратил большую часть чувств настоящих, типа эмоций. Так что иногда меня будет сложно понять, то ли у меня все отлично в жизни, то ли у меня все плохо. Короче, как-то так. Но пока что у меня все норм, так что нормально. Неприятная ситуация, но достаточно. Как бы я еще побывала за те дни в пребывании депрессии, как около вот так, короче, как-то так. Не люблю вообще на эту тему общаться, но типа когда я чувствую то, что меня реально могут поддержать, то почему бы и не поговорить. Также я не люблю вообще ныть, типа всем высказывать, что у меня случилось, потому что для меня это считается, типа, показать свою слабость. Короче, как-то так. Обидно, что иногда многие считают то, что если к ним обращаются с какой-то проблемой, то им сразу же ноют в лес. Из-за этого, ребят, ну, я просто не люблю из-за этого просто кому что-либо говорить. Да и плюс многие просто не поймут, скажут, да какие у тебя там проблемы в 13 лет могут быть, короче, вот так. Я сам хотел того, блин, ребят, я понимаю, насколько это вообще все фигово, особенно когда не буду говорить, это уже слишком личное. Я бы рассказала, но, блин, нету мотивации, ребят, прям особо это рассказать, потому что этот стрим я сохраню, потому что он рекордный мой стрим, и по просмотрам будет рекордный, и по лайкам, и вообще по всему.
по чату тоже, наверное, будет рекордный, поэтому я его удалять не буду. И здесь рассказать этот секрет, ну, тоже не хочу. Я хочу рассказать отдельно в ролике, чтобы вы уже потом, типа... Короче, потом уже все поймете, когда я уже осмелюсь наконец-то записать такой видос. Так, ну я думаю, что это не выход. Ну, вообще, это... Я бы не сказала, что это, типа, не выход. Типа, обычно так пытаются сбежать от самого себя, от своих проблем и прочего, как бы. Так что, ну, это можно считать выходом, но... Типа, как-то так, ребят. Если не секрет, то из-за чего? Или слишком душевно? Не грустите, ребят. Я стараюсь не грустить, но иногда хочется тоже погрустить. Как бы так сказать. Слишком... Ну, сейчас бы, ребят, я не хотела рассказывать это на стриме. Плюс меня могут услышать, как бы, родители. Ну, не то, что родители, потому что мой папа на работе. Мама в зале, она может услышать. И Саня, мой брат. Ну, типа... Меня Саша вообще никак не поддерживает, даже просто, когда я его прошу что-либо ему, ну, там, мне помочь, просто оценить что-нибудь, он просто говорит, ребят, говно. Ну, чисто хорошие отношения с братом, заметно. По поводу этого секрета я, наверное, скажу, когда осмелюсь уже. Когда осмелюсь, ребят. Как-то так, короче. Огромное еще спасибо, то, что вы посетили на моем стриме, я еще не заканчиваю, просто... Хочу вам высказать огромное спасибо. Вы реально, ребят, топовые. Просто у меня такой поддержки в жизни, ну, чисто, ребят, никогда не было. Вот реально не было даже от друзей. Ну, хотя у меня большая часть друзей, друзьями это нельзя назвать. Потому что у меня был просто вычеркнут из списка не меньше якобы 30 друзей. И осталось у меня, типа, 4 подруги. И, можно сказать, вас я могу считать друзьями, потому что вы, ну... Просто с вами можно поделиться, душевно разговаривать, вообще все нормально. Типа, хотела бы с вами пообщаться в жизни, вот это было бы, ребят, реально годно. Когда ты вживую видишь человека, типа, можешь пообщаться без всякой задержки, без всякого стрима, типа, один на один, раз на раз, так сказать. Типа, жаль то, что самые, так сказать, близкие люди так далеко, да, близкие, именно близкие. Все, давай не грустить, да, ребят, я только за. Ребят, я только за. Давайте не грустить и закроем, наверное, эту тему. И будем ее говорить только, когда реально грустно или же когда надо высказаться. У меня же, ребят, честно говоря, аж руки начали дрожать, когда я вспомнила об этом всем. Как-то так. Так, окейушки, окей. Не буду трогать, я хочу, чтобы он сам достроил, посмотреть, что он хотел все же построить. А, вот мои, не то чтобы шикарные постройки, но все же более-менее. Кстати, это что за фигня была? Типа, а, это так отсвечивает. Окей, понятно. 5 зрителей, ребят, пожалуйста, кто на стриме, плюсаните в чат, потому что я знаю то, что это я, Картин и Иванчоус. Так, был стрим веселый, а теперь грустный. Ну, ребят, перешли просто на такую тему, но сейчас будет веселей. Смотрите, я Ванчоус, Картин и Слава Геймс. Вроде бы. Но еще кто-то пятый. Докторскую колбасу из чего делают? Честно говоря, я даже не знаю, я не интересовалась. А моему брату на полгода меньше. Я. Да-да, Слава Геймс, я тебя упомянула, просто я думала, то, что ты уже пошел спать. Так, интересно, кто пятый. Все же интересно, очень интересно. Неужто кто-то там прям такой стесняшка? Ладно, так. А где обычная ступенька? Не прикалывает вообще. Хочу переключить эту песню, но она мне чем-то зацепила. Правильно, из докторов. Я не знаю. Ну, может быть, кстати, и да. Хотя, я бы не сказала, что доктора вкусные. Не пробовала, но не советую. Если не хотите потом попасть в психушку. Так, что за... Хотя давайте, ребят, сделаю так. Будет красивее даже, наверное. Не факт, но может быть. Так, короче, делаю вот так по кругу. Я не знаю, зачем я так медленно делаю, когда можно было вот так вот, типа, сделать более быстро. Не знаю, что, ребят, еще построить. Спать, конечно, не так сильно хочется, но хочется. Но иногда такое бывает, да. Типа, вроде как хочется, но не хочется.
Ты сказал проспать, мне же спать захотелось. Ты что творишь? Ребят, сколько... Простите, сколько я уже стримлю? Я реально уже не помню, когда я начинала. Точно, начала. Походу уже третий или даже четвертый час стримлю. Это жестко, ребят. Чисто... как минимум, ребят... За такой-то стрим... Ну, должны были хотя бы... Зрителей 20 быть. Оба смотри. Про что? Именно просто у меня небольшая задержка, не забываю, поэтому я немного могу не понять. Так. Дошло, походу, до меня. Я не знаю, для чего я вот это взял, просто... Просто уже, ребят, не знаю, о чем. ОБС. Интересный факт. Раньше, когда вожак зевнет, все должны спать. Я не вожак, так что не спим, ребят, не спим, не спим, не спим, вы что? Знаю, что это надо делать на там 100 тысяч подписчиков, но когда будет сходка? Сходка? Ребят, ну знаете, судя по вообще, как вы далеко живете, то, что я даже не знаю таких городов, то я даже не знаю, честно говоря, ну, типа... Когда будет слишком много комментариев, типа, о сходке, когда у меня будет хотя бы 1000 подписчиков, можно будет об этом подумать. А то так, ребят, ну, типа, мы слишком на далеком расстоянии от друг друга, и поэтому, типа, не очень-то. Так. Если я дальше просто мне лень доделать, просто хочу так вставить, потому что будет так красивее. Ну, как по-моему, красиво, ребят. Правда, крыша, конечно, не вау. Можно было что-нибудь покрасивее сделать. Но, как-то так. А в Анчоус я приеду, не вопрос. Не факт, но, типа, еще от родителей зависит, где ты будешь, типа, съемную квартиру еще искать, да? Правильно, правильно. Как-то так. Типа, мне даже нет 14, чтобы куда-то ехать или... Как-то так, ребят. И, кстати, ты очень красиво строишь. Ну, я бы не сказала, если бы у меня фантазия, может, работала, может быть, я и нормально построю, но я бы не сказала. Ну, чисто среднячок. Посмотри в ВБС, сколько идет. А, кстати, в ВБС же можно было посмотреть, кстати, точно, точно. 2 часа 54 минуты, ребят. 2 часа 54 минуты. Это уже почти 3 часа. Это жестко. Реально жестко. Так, никогда еще столько не стримила, ну, хотя... Не знаю, ребят, стримила я столько или нет. Ну, вроде как нет. Давайте, ребят, чисто устройки, Майнкрафт. Я не знаю, ребят, что можно построить, поэтому я просто смотрю, что за постройки. Вау, змейка красиво, но... Просто... Просто я не хочу ее строить. Так, Кустример, вот и сам. Надеюсь, я нормально прочитала, точнее... Правильно прочитал твой никнейм, потому что я уже стримлю почти 3 часа, и у меня язык уже извернут вообще не в ту сторону. Я стримлю один со Streamlabs OBS. Ну, я раньше стримила Streamlabs OBS, но чисто для меня там более сложно разобраться, хотя многие стримеры говорят, что там типа проще, но нет, нет. Там не проще, плюс у меня из него слишком жестко проседает FPS, и там слишком много обнов, которые... занимают слишком... Ну, не то, что слишком много, но, короче, занимают время, и из-за этого как-то не очень. Я не понимаю, что с небом? Типа, ты адекватная? Типа, как... Нормально, нормально. Я раньше стремилась стримлапс ОБС, но потом такая... Типа, мне не нравится, я на ОБС-ку пойду. Так, а мне изи норм. Ютубер, ты тут... Про какого ютубера, то есть автора, то есть про меня, или как, типа, да, по голосу же можно понять, типа, то, что здесь или нет, типа, лол, чё? Кстати, либо у меня что-то не так, либо же у тебя реально аватарка белая. Ну, ты стример, да, ребята, я тут, представляете? Я еще живая, я еще не померла после 3 часов стрима. Жестко, вообще. Так, ты на Кристи, да? Да, 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 ребят, я на Кристалликсе, также играю на Вайме, хотел бы играть на Хайпикселе, вообще много где я бы хотел играть. Так, 6 зрителей, офигенно, правда, я знаю только то, что Слайд Геймс, Картин, Ванчоус,
Вот и самс, я, то есть 5 зрителей, кто-то скрывается, ребята. Кто-то под прикрытием реально боится написать что-либо, но он засчитан. Типа, это нормально? Так, ребята, я не знаю, что построить. Пожалуйста, напишите, напишите. Мы спалили твое лицо. Вообще, оно еще пропалено в ВК давно. Ну, окей, окей. Давайте, ребята, просто сейчас абсолютно всем спалю свое лицо на стриме. Как бы, как-то так. У меня еще дофига фоток, которые не выложены. Но чисто моя мама будет от них немного в шоке, наверное. Так, нет. Но сейчас просто пролистаем, посмотрим, что у меня есть. А, да, это мое лицо кривое. Оно мне не совсем понравилось. Сейчас покажу. Это я здесь сальто делал. Кстати, почти сделал сальто, но потом попал на коленочки. Помнишь, я тебе говорил, где надо посмотреть, кто тебя смотрит? Да-да, в участниках. Ну, сейчас осталось 4, но я поняла. Помнишь, я это уже посмотрел. Посмотри верхний правый угол, я это знаю. Я уже видел лицо, красавчик. Вот, ребят, кстати, моя бывшая аватарка, она мне нравится, да и сейчас нравится, в принципе. Это мы с подругой, с моей ЛП. Это мои ноги. Самое лучшее. Это я, кривая фотка, которая мне уже не нравится давно. Еще одно спаленное лицо. Это я 2019 года. Ну, короче, у меня мало фотографий. Ого, сальто, да, ребят, я учусь делать сальто, все такое, ну, типа, многим достаточно пофиг, типа. Вообще, офигенная роспись, спасибо. Так, это фигня, фотография. Я слила еще пару фотографий, но... Ну, типа, я не знаю. Такое чувство, что я вообще не выкладываю фото, хотя мне казалось, что их больше. Мне реально казалось, что их больше. Это типа опять не до фотографии. Боже мой. А, и дальше, короче, вообще, типа не фотографию. А я умею сальто. Красавчик, а мне страшно. Чё страшно? А, сальто, я поняла. Я тоже делал, но чуть жопу не сломал. Ребят, сейчас я вам напишу кое-что. Сюда в чат просто. Это мой, так сказать, секретик. Нет, я не то чтобы упала, я скорее встала. Ребят, я точно не помню, короче, я типа почти встала, но типа упал на копчик, типа как-то так, ребят, короче, ща, ребят. Потому что хожу на паркур. Вау, я бы тоже хотела ходить на паркур, но типа либо мне мама не разрешит, либо это слишком далеко. Так что, ребят, найс, да. Еще со совмещением тогда. Прям, типа, его просто нафиг в левую сторону унесло. Ну, не то чтобы... Короче, я его сломала со совмещением. То есть он вообще в бок, типа, был. И мне в опухоль, где был перелом именно, вставляли самый больнючий укол. Я думала, то, что самый больнючий укол, это когда ты болеешь, типа, витамин С. Я не помню, как этот самый больнючий укол назывался, короче. Его прям в опухоль, типа, оставили, я аж заорала, реально заорала. И потом очень даже было мерзко смотреть, когда мне его вправляли на место, это мерзко. Так, жесть, о, я ни разу ничего не ломал. Ну и хорошо, что не ломал, потому что потом, когда меняется погода, он, типа, болит, и это не очень приятно. Плюс он у меня сейчас не то, чтобы прям прямой, все равно, типа, щель есть. Типа, вот так вот, смотрю через прямую ладонь, и там, типа, щель. А я ногу ломал на паркуре. Оу. Не очень-то, не очень. Вообще, ощущения не самые прекрасные. Жестко. Ты там поаккуратней, пожалуйста. Так. Так, ребят, я не знаю, что построить. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, в чатик, потому что я просто не знаю. У меня нет идеи, у меня нет фантазии. Она у меня отрубилась. Так, окей, понятно, там мне еще никто не написал, окей.
Что у меня здесь вообще есть? Кстати, ребят, походу, вот, смотрите, вот сюда. И вот сюда. Мне кажется, мне накрутили. Реально. Вообще лицо спалено, да? Да, спалено. Все, найс. Еще раз пропалили, да, вообще. Круто. Круто, круто, круто. Так, меня даже пчела ни разу не жали. В смысле? Сейчас пойду. Накуплю себе пчелок. Привезу тебе. И тупо на тебя рой пчел полетит, чтоб покусали. Чисто везунчик, реально. А? Чё? Да, я вообще заботлива, ребят. Чтоб ты ощутил эти ощущения. Они ж как там... Незабываемые ощущения. Я вообще не это хотела сказать. Но, типа, они ж полезны, да, эти ужаления. Я бы не сказала такого, да. У меня еще были смешные истории с пчелами, особенно когда она у меня запуталась в волосах, а я потом как ошаленная орала, чтобы мне Саша ее убрал, а Саша смотрел на меня и ржал. Так, хотел сделать манки в сетлип с разворотом и жестко ударил об угол. Ой-ой-ой-ой. Построй замок. Надо мной здесь поржали, меня тоже не жали. Да чё вы такие везунчики вообще? Где вы должны так находиться, чтобы вас ни разу не жалил пчела? Вы о чем? Меня даже оса мизинец за компьютером ужалила летом. Это нормально? Типа, вообще, адекват. Типа, оса возле компьютера, и там мои ноги. И она тупо садится на мне на мизинчик, именно на мизинчик, и начинает тупо жалить несколько раз. А я потом, как ошалённая, просто из-за компьютера вылетаю и... Вылетаю себе на диван просто и потом лежу с опухшим пальцем. Так, я весь день дома за компом, как меня кто-то или что-то может ужалить. Не знаю, у меня было типа окно было открыто, наверное, из-за этого. Меня пчела и оса и клещ все кусали. Оу. Да, клещ. Клещ. Я читаю ком, карты. Надеюсь, то, что у тебя тогда стояла прививка, и то, что, типа, все нормально обошлось. У меня только камеры, наверное, комары, а не камеры, эти камеры кусают. Тупо, когда ты попал в ужастик, ребят. Вот тупо Т9 исправил, наверное, хотя не факт. Так, ребята, я не очень хочу замок построить. Ну, не знаю, ребят, не знаю, блин. Я хочу полетать. Кстати, как на плот, типа, плот, телепорт, ТП? А, да-да, все, ребят, я запомнила. А, мне оса в рот залетела и чуть не ужали. Чё? Оса в рот? Ой, ё-моё, я потом обсерилась вообще. Жесть. Это каким образом ты её попал в... поймал в рот? Боже, ай-яй-яй, ой. О, ощущение не из тех. Прикинь, кто-то что-то жужжит у тебя во рту, плюс еще хочет тебя ужалить. Я потом вообще реально обсерилась. А у меня муха в рот залетела. Надеюсь, что не сейчас. Потому что у меня иногда бывало то, что я летом еду, чисто разговариваю, мне муха в рот залетает. Или в глаз, и я как ненормально начинаю давиться. Так, что это? О, обожаю закат, но здесь что-то не так с небом. Окей. Чисто, ребят, рассказываю свои жизненные ситуации. Не жизненные, типа, из жизни. Ну, вы поняли. А я на это забила и все. Вообще нормально. Типа, окей. Почему бы и нет? Я потом обосралась о некотором... Ну, типа, почему бы и нет? Ну, подумаешь, сосед. Бывает, да? Не знаю, я бы эту историю еще лет 100 вспоминала. Хотя я столько не проживу, наверное, не факт. Это он намеренно испортил блоки или как? Или чё? Или это... типа... Нормась, ребят. Хороший баг на кристалликсе. Как вам? Мне тоже нравится. Круто. Крутой баг.
Думаю, что вообще круто. Башня в себе зелье скорости. А, точно, ребят, можно же. Как вам, ребят, баг? Мне нравится. Так, ой. Так, скорость. На 8. Нет, я хочу... Здесь нет? А, вот. А, она не бросается. А если выпить? А, вот все выпил. Бафни. Ну да, башни. Нормально. Так, полетели, смотри, какие-то постройки. А, знаете, ребят, где больше всего построек? На спавне. О, прям сюда посмотрел сразу же. Слушайте, круто. Так. Прикиньте, всего один владелец демона. Жесть. Так, ребят, нас 4. То есть 4 зрителя. Вау. Фига себе, да ну нафиг, столько строить. Ё-моё. Здесь дворцы строят. Капец. Ребят, вы сказали, что у меня красивые постройки? Обалдеть. Ни одного фобия, что муха в ухо залетит и там сделать детей. У меня фобия пауков, арахнофобия. Я их настолько боюсь, что я просто, когда была в... Не смотрю. Когда была в деревне, когда меня попросили собрать ягоду, когда я там нашла какого-то паука, я чуть ли не свалилась на куст, это раз. Ударилась об тазик, это два. Передергалась как ненормально, это три. И 4, это то, что я как ужаленная просто кем-то, как пчелой ужаленная, побежала просто тупо в дом. Кинепати, я на кристаллисе, так что, пожалуйста, я не знаю твоего никнейма. Скин никнейм. Так. А так я кину пати. Короче, жду никнейм и кину пати. Так, это шо у нас? Это шо? Это, я не понимаю, что... А, это типа замок, да? Это красиво. Ребят, почему так красиво? Вы что? Вау, это на завод похоже. А, все, вижу. Ник. Офигеть, ребят, чисто 23 лайка на стриме. Вы жесткие. Жаль, что донатиков не было, но окей. Вау. Ребят, слишком много хороших билдеров. Боже мой. Офигеть. Все заполнять водой. Ё-моё, пацан. Да ты там чуть ли не сдох. Наверное. Не факт. Я два раза чуть не утонул. У меня было таких случаев, сейчас скажу. Около 5-6 раз, так что... Поэтому я слишком далеко заплывать тоже не люблю. 6 раз, ну типа, вообще нормально. Причем почти каждый год плюс новый случай, можно так сказать. Прям каждый Новый год. Ой, ну типа, большую часть, да. Здесь пчелку не достроили, кстати, вот, ребят. Кто искал пчел, чтобы они вас ужали, вот здесь, да, они находятся. Приходите, приезжайте, ага. Замок уже построен здесь, здесь какой-то лес, прикольно, короче, те. Не то, что у меня там пусто, здесь что-то. Это нормально, то, что мне кажется, что здесь, типа, тенями нарисован какой-то рисунок. Пипец, уже 3 часа стрим. Серьезно? Прикиньте, 3 часа стрим. Реально, ребят, жестко. Давайте я сейчас перемотаю на более веселую музыку. Точнее, на более басовую. Ребят, запомните вот этот канал. Я ему уже накрутила не меньше 40 просмотров. Потому что на стримах я беру именно его музыку. Потому что у него хорошая подборка. Так, пипец, уже я впервые так долго сижу. Да, кстати, жестко. Ты, кстати, серьезно, ты же весь стрим здесь был. Ё-моё, я думаю, что я тебя задолбала. Ливай, пока не поздно. Ладно, шутка, если хочешь, оставайся, типа. Я там вижу... Ладно.
Мало ли, что я там вижу, я вообще ничего не вижу. Чего вы хотите, да? Ребят, короче, все, мне надо ее строить. Я не знаю, что строить, я не надоем. Все. Я ливаю, я хочу на Skywars. Я хочу посливаться. Да почему здесь так темно? Пожалуйста, верните, было же красиво. Было красиво. Знаете, ребят, я никогда, наверное, долго, даже у самых популярных стримеров, так долго не сидела. Я как минимум могу у них час отсидеть и типа все, и все. У вас там скоро вообще рекорды будут. Реальные рекорды. Пипец. Чувствую, если я буду снимать какой-то летсплей там на 40 минут, то вы 100% просмотрите от начала до конца. Я просто в этом даже не буду сомневаться, вот чисто, ребят, реально, не буду сомневаться, потому что 3 часа на стриме без перерывов, ну вы жесткие. Кстати, таким способом можно мне похудеть, потому что, типа, сижу на стриме, стримлю, да, и нормально. Просто убери шейдеры, ребят, мне просто шейдеры не нравятся, поэтому я не хочу их убирать, пустите, я не хочу. Ага, а у меня было такое предчувствие, что ты сейчас начнешь молять из меня. Ой, из меня. В смысле, из меня. В смысле. Ага, он сейчас меня шмалёт. Ну не. Не. Прости, я в Custom TV House не очень люблю играть, да и... А вот не надо было ко мне лезть. Короче, не очень мне это нравится, мини-игра. Плюс, когда я на ней стримлю, то у меня просто актив жестко падает. Ну, потому что, наверное, подписчикам мне очень интересно, как я отбиваюсь, как я покупаю. Даже интереснее будет что-нибудь строить, потому что вы можете предлагать свои идеи, оценивать как бы как-то так. А когда Стиви Хаус, то, ну, типа, у меня к нему нет такого интереса, как у вас. Даже на Боб Барс я не так буду заинтересована, короче. Короче, вы все поняли. Так, я не понимаю, там есть сундук. Ребят, сейчас чекну чат, просто я немного обосрантыш. Ну, Гоф Кастом Стиви Хаус, ПЖ. Ребят, ссор нет. Последнее это я с бабушкой и дедушкой зашел далеко, и нас волны, бляха, зашмаляли к чертям, и потом девушка с нами редко-то заходит, и я сказала, в этот раз он с нами... Ага, СПС спас. Я это смотрю от начала до конца. Понятненько, ну, типа, иногда бывают скучные моменты. Чисто для меня. Ну, типа... Да и плюс у меня не так много времени, чтобы это смотреть кого-либо так прям часто. Я чисто, ребят, если мне нравится, то да, я просижу много, но я бы сидела вообще долго, на чем бы мне нравилось. Только чисто мне столько, либо же не разрешат, либо же у меня дофига проблем, там, обязанностей, т.д. и т.п. Ну его стримы, типа, да я поняла. Мне, кстати, некоторые каналы... Майнкрафтеров надоели, так что иногда даже мне будет лучше просто либо самой поиграть, либо же зайти на ноунейм канал, потому что на ноунеймовых каналах пытаются хотя бы не плагиатить все подряд, а снимать свои тематики. Поэтому ну, я люблю чисто сидеть вот на таких каналах, оценивать, критиковать, да вообще критик, ребята. Я критик в душе вообще. Не только в душе, вообще просто критик. А ничего, что я сквозь ее. Она плачет. Под водой плакать невозможно. Этот стрим особо крутой. Скоро 25 лайков. What the fuck? Ребят, чисто мой рекордный стрим. Во-первых, по минутам это раз. Во-вторых, по просмотрам будет. В-третьих, по лайкам. Это жестко, ребят. Было бы, ребят, очень круто, если бы на мой стрим сейчас чисто зарейдили, хотя бы час назад, да, зарейдили. Было бы вообще круто, чтобы у меня там подписчики новые навалились, да. Обидно, ребят, то, что многие подписчики отписались, то есть было 211 подписчиков, что я вам напоминаю. И отписалось
до 203, и за стрим я опять набрала до 200... Ой, 200, откуда столько я... Ой, сори, ребят, это я уже совсем с катушек съехала. До 112, сори, ребят, тупая немножко, чуть-чуть тупая, немного, а сейчас совсем. И по продолжительности, но я сказала то, что по минутам. Блин, это, конечно, прикольно, да, типа просматривать там все, но иногда это пугает. Это так. Ну да, трава... Трава на... Чё это? Я даже не знаю, как это называется. Трава на вот этих фигнях. Слава Геймс, я вернулся. Ребят, у вас вообще сколько времени? Вы вообще нормальные? Типа... Вы чё столько сидите на моей стриме? Где новые зрители? Ладно. Ура! На Аманкас не будет чему. Хотя, давайте, ребята, знаете, что сделаем? Настройки графики, шейдеры. Отключаем. Так. Ребят, сколько у вас времени? Скажите, пожалуйста, просто... Просто интересно. Очень интересно, потому что у меня время... Сами видите, у меня 6. Ну, тебе повезло, слушай. Тебе реально повезло, потому что... Так, не понял. А что, у меня задержка? Нет, у меня не задержка. Нет, нормально, нормально. Жестко, жестко, ребят. Так, вот, все. Ребят, знаете, что я поняла? Когда я играю шейдерами, то, что если электричество повреждено, мне вообще насрать, потому что из-за шейдеров здесь сбивается вот это вот затемнение, слепота. Так, все, электричество восстановлено. Ребят, вы вообще крейзи, вы реально крейзи? Типа 25 лайков на стриме набить. Плюс я еще столько стримлю. До сих пор, кстати, не хавала. Только в тубик отходила. Чисто, ребят, держусь на водичке. Даже литра нет воды, но... Но вот так. Сейчас скажу, сколько здесь. Ребят, здесь... 0,5, короче. Ладно, это хорошо, но надо с папой видео записывать. Всем пока. Окей, Ванчоус. Гудбай. Залетай, короче, на следующие стримы. Они обязательно будут, потому что... Вы заслужили. Реально заслужили. 23 лайка, а не 24. Кто-то убрал. Обидно, ребят. Какие-то хейтеры. Так, я черного видео, если что. Я шоу, я ему ходила трупа, я делаю черного. Это черный, короче, понятно. Кикаем черного. Ребят, жалко, что все же люди ливают, но вы сами понимаете, то, что время тик-так, да. То, что у всех свои там обязанности, у всех свои... Короче... А, кстати, он был предателем или нет? Короче, у всех свои дела. Я постою возле кнопки, потому что не хочу сдохнуть. Так, я остался. Ох, зайду. Красавчик. Слава Геймс, кстати, тоже 7 зрителей. Ребят, все плюсуем, кто в чате. Кто на стриме, плюсуем. Кто убил? Кто убил-то? Окей, за синего, ребят, за синего. Найс. Так, ребят, вижу Славика Геймса, себя и... Еще 5 зрителей молчат. Это, наверное, либо... Я не знаю, кто, ребят. Потому что они не писали в чат, мне навряд ли показывают. Типа, мне только вот кого показывают, но хотя... Уже 6 зрителей. Так, знаете что, ребят? Ой, боже мой. Так и обделаться можно. Меня зарезали. Найс. Ребят, пожалуйста. Пожалуйста, скажите. Плюсаните в чат, кто на стриме, потому что нас... Цей, я был черный. Ты был черный? Лол. Обидка, обидка. Блин, я не знаю, продолжать ли стримить, потому что я как бы устала, но как бы еще 6 зрителей здесь сидят. Короче, я не знаю вообще, продолжать или нет. Я хочу добить до 25 лайков вообще. Я не знаю, ребят. Я, наверное, продлила стрим, не знаю за что. Ну, за 25 лайков и... Не знаю, ребят. Не знаю. Я устала. Ха-ха. От стрима, да, найс.
Да и плюс, дорогие мои люди, расходятся. Сейчас, короче... О, не знаю, я, ребят, честно. О, боже мой. Сейчас, кажется, отрублюсь нафиг. Сейчас чекнем, какие стримы вообще идут. Стрим. 13 зрителей, Conan Dragon. Опять я тут вижу. Кто это такой? Я вообще не знаю. Обновление Battlegrounds. Окей. Ну, я еще тут, хотя я спасти хочу. В смысле, спасти. Стрим. Так, остался я. Осталось Fly Games и Ставил Лимончик. Я не понимаю, зачем они сидят на его стриме, если он просто тупо идет от начала до конца. Ну, чисто, ребят, повторяться стрим изо дня в день, типа, ну, говнецо. Ну, чисто пиарится, можно, он даже не заметит, потому что он вообще даже не на стриме. Эх, жаль, 120 сабов не добили, а я ведь думал, то, что мы добьем. Я же не думал, то, что от меня отпишутся много людей. Я так и не посчитала, сколько, кстати. Кто-нибудь посчитайте, 111 минус 103. Сейчас, ребят, короче, посчитаем. Через калькулятор, конечно же, что. Сейчас. 111 минус 103. 8 человек отписалось. 8 человек. За что? Не понимаю. То ли мне накрутили и из-за этого отписались какие-то боты. Или же это были настоящие люди, которые... на которых накручивали, да? Ну, типа, я не знаю, ребят. А завтра еще первая математика в зуме. О, не самое лучшее. Я вообще ненавижу просто. Никогда не буду отвечать, никогда не буду на ней микрофон включать, даже если буду знать ответ. Эхе-хе. Так, осталось два зрителя. Это я и Sly Games. Sly Games, пожалуйста, напиши, сколько у тебя времени. Просто если ты реально уже хочешь спать, то типа лучше я закончу стрим, чтоб ты уже не мучился, до конца не смотрел, чтоб ты... так сказать, отсидел точно от начала до конца. Как-то так. Оу. Ну, давай, наверное, тебя больше мучить не буду, да и себя тоже мучить не буду. Просто я хочу сейчас реально спать. Хочу жрать. Вот так. Да и плюс мне надо телефон на зарядку ставить, а то у меня осталось 21%. Это то, что я чат с него чекала. Как-то так, короче. Короче, сейчас я просто врубаю музычку. Становлюсь вот так, да. Ну, тупо встаю где-нибудь вот так, иду хавать и добиваю себе хотя бы до 3 часов 30 минут. Если что, ты не обидишься, то что я заканчиваю стрим, все такое, короче. Спасибо, то, что посидел на моем стриме, то, что вообще общался со мной, то, что рассказал много чего, своих историй, там, т.д. да. Пообщались, короче, классно. Провели классное время, я поиграла также, наигралась вроде как нормально. Добил 112 сабов, почти 25 лайков. Короче, спасибо огромное, то, что побыл на стриме. Сейчас просто врублю музыку и покедова. Также странно, что мне так все еще не показало, то, что у меня подписались. Как-то странно. Окей, ребят, всем удачки, всем покеда. Спасибо, кто побыл на стриме или сейчас подойдет. Покеда, ребят. Спасибо. О, картон подошел. Ладно, ребят, я заканчиваю, просто я реально уже хочу есть, хочу спать, все остальное, да и вас тоже мучить не хочу. Просто добью до 30 минут, хотя уже, походу, уже скоро будет. Просто можете остаться, чтобы послушать музыку, или чтобы добавить мне просмотров, типа. Ребят, ну, типа, от вас уже зависит, ну, я уже ливаю, чисто ливаю, ребят. О, буду. Ладно, ребят, покидва, огромное спасибо, то, что были на стриме. Spend price eyes in the ceiling. Bitches can't see me, windows in it. All of these cars, but none of them rent it. I ain't trying to make new friends, got requests. I don't got no limit. Black card don't got limit. Lies are, but I got limits. When I pull up, pulls and they feeling. Spend price eyes in the ceiling. Bitches can't see me, windows in it. All of these cars, but none of them rent it. I ain't trying to make new friends, got requests. Still been it.
I'll pretend I'll do it fine. Really, I want to get out, but I'm perfect cause it never did help me. Show a sign that I'm meant to be alive. Look and I can't find a light.
son, I know I'm not. Not coming back, I'll not resurrect. Ask me if I give a fuck about it, please. Ask me if I give a fuck about it, clear. Ask me if I give a fuck about fame, yeah. Recently I just don't give a fuck about it, man. Ask me if I give a fuck about it, please. Ask me if I give a fuck about it, clear. Ask me if I give a fuck about fame, yeah. Recently I just don't give a fuck about it, man. Как я не хочу закончить на простой музычке, а надо как-то эффектненько закончить, короче, стрим, как я уже написала. Все, ребят, вы и так уже, наверное, устали меня смотреть, да? А почему я вообще как-то... Что за баг? Ладно, ок. Как вам, наверное, уже надоело сидеть на моем стриме? Просто 3 часа, 3 часа, ребят, вы вообще crazy, короче, просто... Как ждал этого? Я не устал. Окей, окей. Значит, я буду тебя продолжать мучить завтра. Ладно, шутка, шутка, шутка. Сейчас, просто наилучшая речь, даже лучше, чем у Путина на НГ. Лавочка закрыта, все, до свидания, ребят. Все, все, хватит меня смотреть, правда. Идите спать, иди спать. Пошел.